Сегодня 1 апреля, и это прекрасный повод начать новую жизнь. И не потому, что это день дураков, а потому, что вчера мне исполнилось 40 лет. Мы с девочками отлично отметили это событие, а еще моя подруга Люська подарила мне сертификат в салон красоты, куда я сейчас же и отправляюсь. Заодно по дороге составлю четкий план действий. Новая жизнь – дело серьезное, поэтому все должно быть как в аптеке. Вам помочь? Да нет, не боже мой, что тут нести? Ну, две курочки, три десятка яиц, крыночка сметанки, кило творожка для вареничков. О, Анька поможет, а иначе зачем внуки, а? Ну-ка, Аня, раз замуж не хочешь выходить, будешь ухаживать за бабушкой. Еще пару таких кошелок и прям точно замуж выйду. О, вот кто это возьмет замуж, а? Вот раньше на всех не хватало умных. А сейчас не хватает идиотов. Танечка, а ты наконец поправилась. Ну, просто красавица. Просто красавица. Вот прям вся у меня. Тихо, моя лялечка. Тихо, моя краснушечка. Давай. Люсь, ну где еду? Ты большой, она еле завелась. Ага. Ну давай, целую, до встречи. Идиот. Не, вы что делаете, да? Я делаю. Ну не я же, а? Ну кто так тормозит? Вообще первый день за рулем мне не нравится, да? Ну, вообще-то надо держать дистанцию. Вот и держите дистанцию. Мне нравится, мало того, что мою краснушечку всю помяли. Я еще виновата, оказываюсь. Хорошо, я виноват. Нехорошо, а вы виноваты. Вам помочь? Нет. Может, волшебник? Хуже. Давайте уже, держите дистанцию. Точно? Покупают прав и улыбаются. Мне нравится. Он, а? Да? Вот он улыбается во весь. Ну, смотрите. Вот, давайте уже. Ну, смотрите. Я предложил. Наглец какой, а? Просто наглец. Алло, сынок. Ну, что я кричу? Что? Потому что тебе снова придется чинить мою краснушку, потому что на дороге опять одни эти попадаются. Да, они. Ну, забирай меня, жду. Съездила в салон красоты. Ключи? Машина в дворе. Спасибо. Я спать. Как спать? А институт? Женя, третий курс, не шутка. Мам, давай вот не будем начинать, а? К второй паре пойду. Ты, кстати, будешь дома вечером? Угу. У нас просто гости будут. Хочу тебя со своей девушкой познакомить. С просто девушкой? С особенной девушкой. С любимой. Ну, это вся информация, или ты еще что-то хочешь сказать? Я женюсь. Когда? Вот вечером решим, когда. Ладно, я в душ и спать.
эта новая жизнь начала меня. Так, минуточка осталась. Сейчас мы красоту наведем и посмотрим, кто кого начнет. Не надо мне никакой красоты. Я хочу, чтобы у Жени все сложилось. Ой, а что, у нас не складывается с Женей? Или я чего-то не знаю? Чего ты не знаешь? Ой, не говори мне, что он жениться собрался. Собрался, Люсь, собрался. Да ладно. На ком? Откуда я знаю? Сейчас приведет какую-нибудь барракуду. Я скончаюсь в страшных судорогах. Ладно, что ты скончаешься-то? Веди себя, как свекровь узурпирует там. Ходит криво, дышит громко. Не наша яблонька-рябинка. Да ты с ума сошла. Я буду идеальная свекровь. Какая ты свекровь? Ты вон, посмотри на себя. Ты невеста. На, невеста. Давай быстрее, сейчас полетаешь, сожрет. Что он тебя сожрет-то? Вот смотри, какая красота получилась. Тебе не жрать, тебе молиться надо. Молиться. Mm-hmm. Как ты говоришь, ходит криво? Дышит громко. Дышит громко. Надо записать. Ты сейчас цветешь, душа моя. Тебя и не узнать. Ну, вы тоже. Вот прическа новая. Все молодец. Спасибо. Для тебя. А ты знаешь, у меня даже вся злость на тебя прошла. На меня? Да, не пригласила ведь любимого главного врача и дорогого начальника на день рождения. Станислав Алексеевич, ну скучнейший девичник. Разговор о диете, никакой романтики, оно вам надо. Ну тогда, может быть, сегодня вечером вдвоем отметим, я венца хорошего принесу. Ну мы же говорили, у вас своя семья, у меня своя семья. Таня, стоп, стоп. Не надо на минное поле, да? Давай бульвар. Моя жизнь – это моя жизнь, твоя жизнь – твоя жизнь. Все параллельно. Но ведь праздники должны иногда случаться. Знаете, у меня такие веселые будни. Мне никаких праздников не надо, честное слово. Так что... Ну, ты опять, Татьяна, ну что ты. А я вот тебе бирюльку новую купил. Все как полагается. Надоело. Правда, надоело. Давайте так, я врач, вы главврач, и не будем переходить черту. Ну что ж, наше дело предложить, ваш как хотите, без проблем. Да, кстати, там Сенцова заболела, так что завтра ее участок с утра твой. Почему это ее участок утром мой? А вот так, ты ведь у нас врач, вот и работай врачом. Чудеса. Ты не бойся ее. Она у меня хорошая. И ты ей обязательно понравишься. Жень, давай я ей сначала понравлюсь. Ник, я просто ей никогда не врал. Даже в детстве. И хорошо. И не ври, ты просто ей не говори ничего, и все. Ну, пусть она ко мне немножко привыкнет, а потом все и расскажем. Я так не хочу, чтобы она какую-то ерунду обо мне думала. Ник, она и не будет. Не будет. Когда узнает, как я тебя люблю. Ладно. Я буду молчать. Ее, правда, иногда клинит там по поводу всяких принципов своих, правил. Так. Каких еще ну, правил? Что ты, не переживай. Она просто любит, что все было четко. Как в аптеке. Там. Точно, правильно, аккуратно. Ну, тогда тем более не нужно ей сразу все говорить. Я же согласился. Согласился? Да. А он? Ник, а вы еще учитесь? Вы же не ведь ровесники? Да, ровесники. Но я уже работаю. Веду танцевальную студию в школе и подрабатываю частными уроками. Да. А живете с родителями? С тетей. Мои родители погибли, когда мне 9 лет было. Да. Ой, простите. Какая катастрофа. Не страшно. Ужасно, да. Вам нелегко, наверное, пришлось. Ну так. Тетя Клара часто говорит, что она достойно несет свой крест. Ну что ж, по чайку еще? Да? Да? Угу. Вам помочь? Нет, нет, я сама. А это? Это Женин папа. Да, он служил на подводной лодке и... Ага. А Женя говорил, он погиб. Да, погиб, да. Ой. А
сколько здесь женили? Здесь ему. Ну, где-то 4, да? Да, 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 да. Да, это он уже. Это он уже ходил в садик. И однажды приходит и говорит: мама, я влюбился. Да? А потом через 2 дня приходит и говорит: мама, у меня катастрофа. Мама, вот сейчас будет катастрофа. Так и сказал, катастрофа. Она не хочет на мне выниться. Давайте мне позвонить. Жень, ты ничего не понимаешь. Я вот о себе ничего не знаю. Мои родители мне на память только фотографии оставили и вот кольцо. Очень красивое. Да? Угу. Я его никогда не снимаю. Если бы ты знал, как я тебе завидую, за эти 16 лет так и не научилась жить без семьи. Ну, ничего, теперь все будет хорошо, мы же теперь будем семья. Да. 16 лет, да. Ну, вы пейте чай и... да. Ну что, не села тебя моя мама? Слушай, она такая классная. Это ты мою бабку еще не видела. Я немножко не поняла Веронику. Если родители погибли, когда ей было 9... Вы же не ведь ровесники? Да, ровесники. А живете с родителями? Мои родители погибли, когда мне 9 лет было. И случилось это 16 лет назад? За эти 16 лет так и не научилась жить без семьи. То сейчас ей должно быть уже 25, а не 21, как сказал Женя. Наверное, я плохо расслышала, но уточнять не стала. Вероника очень милая. Я весь вечер за ней наблюдала, она с такой нежностью смотрит на Женю. Ой, кажется, нам повезло. Надеюсь, они будут счастливы. Так, лекарства я вам выпишу, как принимать напишу. А знаете что, давайте зверобой, шалфей, можно ромашку заваривать и полоскать горлышко. А теплое питье можно? А клюковка, черная смородина есть у вас? Естественно. Наша участковая никогда не спрашивала об очевидном. Кстати, а почему не она пришла вы? Она на больничном, я ее заменяю. А ты мне вкусную витаминку дашь? Витаминку? Иван. Yes. Смейте конфетку. Прекратите, пожалуйста, свою благотворительность. Да ты прекрати, пожалуйста, попрошайничать. Ну ладно, перестань, что вы из-за ерунды. Принципы, моя дорогая, они не могут быть ерундой. Хотя в наше странное время говорить о долге – это прям смешно априори. Вот его сумасшедшая мамаша умчалась куда-то по каким-то непонятно странным делам. Якобы на 5 минут. Ну, конечно, я же работаю дома, на меня вообще можно все что угодно спихнуть. Ну, зачем это ко маме при мальчике? Я имею право. Я все сделала для дочери своего покойного брата. И никто в этом городе не сможет меня упрекнуть в том, что я не исполнила свой долг. Мам сейчас придет, он обещал мне дом рисовать. Мы вместе будем. Рисовать любишь, да? Да, я маму уже рисовал. Вот. А это твоя мама? Мама, правда же она красивая? Да, красивая. Подожди, ты что хочешь сказать? Что ты все-все знал? Что все? Как все-все, Женя? Что ей 25, а не 21, между прочим, что у нее ребенок. Узнал, и что? Как что, Женечка, миленький, мы всегда доверяли друг другу, это она. Она, да, она подговорила тебя наврать. Мам, да никто меня не подговаривал. Мы бы тебе потом всю правду сказали. Хорошенькой потом вы мне уготовили, Женечка, сыночек. Очнись, пожалуйста, у нее ребенок. Мам, ребенок? Что, это катастрофа? Откуда у нее ребенок? Откуда? Мне на это что-то надо ответить? Да, она что, замужем была? Нет, не была. Отлично, отлично замужем не была, ребенок, это отлично, прекрасно. Мам, ты тоже замужем не была, меня родила. Ты не сравнивай. Ты, пожалуйста, не сравнивай. Ты прекрасно знаешь, что твой отец... Что мой отец героически погиб на подводной лодке. Мам, да не построили столько подводных лодок, чтобы всем отцам хватило на них места. Боже. Боже мой, как она тебя накрутила уже. Как она тебя уже настроила против меня. Такая девочка, сироточка такая. Тю-тю-тю хорошенькая, такая маленькая. Чтобы ноги ее больше не было в моем доме, ясно? Да вот и сиди одна в своем доме, а я ухожу. Все. На совсем. И, кстати, из института я тоже иду. Остановись. У меня теперь будет жена, ребенок, я должен о них заботиться. Ну-ка, стой! Зарабатывать! Ну-ка, остановись! Мам, я все сказал. Дай мне руку! Сама спустишь. Эй, кукла! Слушай, тебя и не узнать. 100 лет прошло. 6. Ну что, даже не поцелуешь? Ладно, ладно, ладно. Неужели ты меня до сих пор ненавидишь?
А почему это вот тебя удивляет? Потому что это я должен тебя ненавидеть. Это ты меня кинула. Можно подумать, ты забыл, почему. Ладно, кто старое помянет. Послушай, ну вот он я, вот я приехал. Ты все-таки моя первая любовь, как-никак. Никак. Подожди, подожди, хорошо. А пацан, пацан, что, тоже никак? А это тебя вообще не касается. Кукла выросла большая. Куклу можно поломать. Ой, здравствуйте, можно я? Вы нет, ну, вы меня что, преследуете? Я? Вы шутите, наверное? Ладно, неважно, я к вам по делу. Вы знаете, меня не ко мне сейчас. Я к вам, и вы меня выслушаете, нравится вам это или нет. Подождите. Потому что я мать, и мой сын Женя, то есть Евгений Соколовский. Сейчас. Вы знаете, он сейчас не в таком находится состоянии. Подождите. Дайте мне сказать, ну, пожалуйста. И мы с вами вместе должны помочь ему не бросить институт. Ну, может быть, ваш сын не видит себя врачом, а видит себя, ну, не знаю, там, летчиком. Космонавтом. 3 года, понимаете, 3 года псу под хвост. Ну, что, лучше, чтобы вся жизнь была псу под хвост? Он взрослый парень, и пусть примет сам решение. Ну, дайте ему шанс. Вы нормальный вообще? Ну, какой шанс? Ну, смотрите, мой отец, он генерал. И он хотел, чтобы я был военный. А я хотел стать инженером. А на самом деле пошли в медицинский факультет. Вот шикарный план. Нет, я стал военным инженером. Вы знаете, я счастлив, что я сделал такой выбор. То есть военный инженер, декан лечебного факультета? Часть оптимизации нашего здравоохранения. Нет, это маленькое недоразумение, потому что я не декан. Не, ну я правда не декан. А подполковник в отставке, Бутузов. И здесь я буду начальником админхозчасти. А декан скоро придет, и вы с ним можете спокойно поговорить. А вам смешно? Ну да, потому что смешно. Вам смешно, да? Что вы полчаса здесь в баньку валяете? Я как дура распинаюсь перед вами. Вы все границы уже переходят. Вы проходите уже. Вы ко мне? К чертовой бабушке. Не понял. Ну что? Бумаги все принес? Да, вот. А барышня, чего хотела? Да сын из института уходит. А, Соколовский. Хороший парень. Вчера приходил. Кстати, жалко будет, если уйдет. Пробовал с ним разговаривать, пока мимо. Так я могу с ним поговорить. А что? Хорошая идея. Барышне понравилось. Адрес можешь взять в учебной части. Давай. Алло? Да? Что? Таня, ну не плачь. Я сейчас выезжаю. Встречать меня не надо, я возьму такси. Таня, ну нельзя же так пугать. Я думала, у вас тут действительно катастрофа. Мама, это не катастрофа. Я тебя умоляю. Девочка чуть-чуть убавила возраст. И то так, в разговоре. Я метрики дважды подправляла, и ничего. Ольга Аркадьевна. Что? Ну, между вами и Таней должна быть разница, хотя бы лет 17. Надо соблюдать какие-то приличия. Деточка, жизнь слишком коротка, чтобы думать о приличиях. Но она на 4 года его старше. И что? Мой 4-й муж был моложе меня на 12 лет, и это ничему не мешало. Вру. Не 4-й, 6-й. 4-й был как раз старше. Я вечно путаюсь в этих четных мужьях. А сколько было мужей? Да кто ж их считает? Нет, ну... Вранье! Вот с самого начала ребенок! А кто не врет, скажи! Прости им горячки юных лет, и юный жар, и юный бред. Мама, не начинай, пожалуйста, свои стихи! Пожалуйста, не мама! Мои, не мои. Хорошо, мама, не твои стихи, просто не надо стихов! Мальчик ушел из института, он останется без образования! А я даже не могу с ним поговорить, потому что он ушел из дома! Нет, нет, ребенка надо бежать и спасать! Голодный еще.
так уж прямо голодный. Мама, что он там ест в этом жутком сарае с этими лодками и как это у них, моторами? Это не сарай, это Эллин. Мама! Я уже иду узнать, что у них там происходит. Тихо. А? А как метрики правят? Вареным яйцом. Вам черный или зеленый? О, спасибо, черный. Ой, ребят, какая же здесь красота. А ночью не мерзнете? У нас теплый спальник есть. Я звала Женю к себе, но он не хочет. Да, он у нас мальчик с характером. Ольга Аркадьевна, не надо было мне так не договаривать. Как-то глупо вышло. Ну, знаешь, теперь уж как вышло, так и вышло. И вообще, ребята, да не волнуйтесь вы так, я сама с Таней поговорю. Правда? Вы нам поможете? Девочка моя, а зачем еще нужны бабушки? Mm-hmm. Да, я не умею вязать носки. Зато я умею вязать узоры любви. Нет, вы какая-то прям суперская. Нет, я имела в виду другое. Суперская? Титул принимается. Значит, ты ехала промыть мне мозги, чтобы я не делал никаких глупостей. Правда? Правда. И знаешь, что было бы самой большой глупостью? Что? Потерять эту девочку, потому что она суперская. Бабушка, я знал, что ты все правильно поймешь. Нет, не все. В том, что касается института, вот этого я не пойму никогда. Нет, конечно, вам сейчас нужны деньги, и я могу вам помочь. Бабуль. Спасибо, конечно, но мы хотим все сами. В общем, это правильно. Но тогда учтите, что вам придется на время затянуть пояса и отказаться от каких-то излишеств. А что, думаешь, у нас было как-то иначе? Нет. Когда родилась твоя мама, твой дедушка пошел разгружать вагоны, но института не бросил. Господи, пойми, у тебя сейчас будет не только жена, но и ребенок. Да. И показывать ему пример безответственного подхода, ну, это не самое лучшее дело. Слушай, как я формулирую-то, а? Заценил? Заценил. Бабуля, ты у меня лучше всех. Я тебе обещаю, что я обо всем подумаю. Я побежал. Привет семье. Обязательно передам. Я люблю вас. И мы тебя. Главное, ничего не бойся. Говори спокойно, держись уверенно. Не паникуй. Таню я подготовила, она знает, что ты будешь здесь. В общем, настройся и в бой. И запомни, это мужчины воюют за мир. Ну, который во всем мире. А женщины воюют за любовь. Ну, а мы пока с Ванюшкой будем рассказывать друг другу сказки, да, Ванюш? Вы что, скажете, я буду слушать. Да, а я с вами, я что, сказки люблю. А между прочим, Таня вот-вот приедет. Да? Тогда пойдем. Все будет хорошо. Садись. Угу. Ну, ты, наверное, уже поняла, что у нас семья, скажем так, несколько нестандартная. У вас замечательная семья. Я вам так благодарна, вы даже себе представить не можете. Могу. Я еще в детстве научилась представлять себе 8 невозможных вещей до завтрака. Иногда даже 9. А почему 8-9? О, ну понятно. Что? В общем, список правильной литературы, которую нужно будет почитать Ванечке до школы, я тебе при случае составлю. Заодно и сама насладишься. Спасибо. А пока возьми вот это. Что это? Видишь ли, в нашей семье существует традиция.
Когда-то, очень давно, когда в здешних лесах еще бродили единороги, моя бабушка научила меня вести дневник. Дневник – это в смысле писать планы на день там? Да что угодно. Планы, мысли, события, чувства. То, что тебя порадовало или огорчило, или просто хочется запомнить, чтобы через много-много лет кому-то рассказать. А я никогда такое не делала. Ну, теперь как-то все привычнее. Интернет, блоги всякие. Вот это совершенно другое. В интернете ты пишешь для других. Mm-hmm. А вот здесь ты будешь писать для себя. И поверь мне, это очень помогает. Я бы ни с одной свекровью не смогла бы ужиться дружно, если бы не рассказывала всю правду только дневнику. Ты прекрасно знаешь, насколько я люблю Женьку. Угу. Но по своему опыту знаю, насколько эти мужья бывают несносны. Короче говоря, если бы не мой дневник, кое-кто от меня получил бы не развод, а... Ид, вы точно суперская. Я попробую. Это я тебя нарисовала. Это я? Боже мой, какая красавица. Спасибо тебе. Спасибо себе, Ванька, спасибо. Молодец. Просто красота. Какая красивая книжка. Что, нравится? Это моя, мне подарили. Да. А чтобы тебе-то подарить, пойдем посмотрим. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Ника. Татьяна Николаевна, я хотела вам сказать, точнее, извиниться за то, что мы с Женей... То, что я вас обманула. Я очень люблю Женю, и мне бы хотелось, чтобы мы... Я понимаю, почему ты это сделала. Вернее, я не понимаю, мне трудно, но я как-то пытаюсь понять, но мне это сложно. А, в общем, давайте пока как-то на время эту историю мы закроем, а потом там когда-нибудь... Ой, привет. А что, не правда, что ты теперь будешь моя бабушка? Лоб не горячий? Ну-ка, открой рот. Так. Пойдем-ка, ребенок, я тебя осмотрю. А давайте отойдите, мешаете, встали на проходе. Ну чего ты? Олечка, очень хорошо, что ты позвонил. Знаешь, я в своей клинике открываю детское отделение и хочу, чтобы Танечка его возглавила. Вот так. Ой, Миш, нет, я, конечно, ей скажу, но ты же ее знаешь. Та еще максималистка, у нее же дети, участок. Слушай, а как мама? Опять не успею с ней повидаться? Ну как мама? С утра до ночи сидит у компьютера, знаешь, научил на свою голову. Это всякие там форумы, чаты. Ну я вообще в этом сам не бум-бум. Слушай, а по-моему, это просто прекрасная замена очередям в коридорах сберкас, поликлиник. Ну да, если бы она еще хорошо готовить научилась. А то, знаешь, мне от этой правильной диетической пищи, я от нее уже пищу просто. Что? Миш, ну ты как-то на этого, на голодающего не похож. Оля, это отек. А, так это тебя просто так вот разнесло от голода? Миш, а может тебе просто жениться на женщине, которая будет готовить тебе неправильную, но вкусную пищу? Жениться, а маман? Тоже ее вытерпит-то, она святого изведет. Вот, почему ты меня отшила в 9 классе? Почему? В Колю влюбилась. В Колю влюбилась? Нет. Потому что маман провела с тобой беседу об жизни и об счастье. И ты дала мне отставку, вот так. Ма,
Спасибо тебе. Я всегда знал, что ты самая лучшая. И всегда знал, что твой отец служил на подводной лодке. Только так и не иначе. Конечно. Прости. Да все хорошо. Ты счастлив? Да. Ну, самое главное. И про институт тоже не переживай. Я и бабуль уже обещал. Я постараюсь найти компромисс. Ну и слава богу. Спокойной ночи, сынок. Спокойной ночи, сынок. Почему бабушка уезжает? Я не хочу, чтобы она уезжала. Мальчик, ты мой золотой. Я скоро приеду и привезу тебе много-много книжек. И будешь мне их читать? Да, и я тебе буду читать, и мама будет читать, и бабушка. Не, бабушка это ты, потому что ты уже старенькая, а она не будет, бабушка. Ты же еще не старенькая. О, как. А я кем буду? А ты давай будешь просто Танечка. Ну, пока просто бабушка. Ой, пока просто Танечка. Счастливо. До свидания. Пошли, бабуль, пройдем. А что там опять за шушу-то? Ладно, я замерзла. И так всю жизнь будет. Так, чем это пахнет? Ты что это готовишь? Татьяна Николаевна, это рулька в пиве. Сейчас еще брусничный соус приготовлю. Ты что, с ума сошла? Как это можно есть? Это же чистый холестерин. Это очень вкусно. Деточка, вкусно это ровно на 5 минут. А холестериновые бляшки на всю жизнь. Причем, извини меня, очень недолго. Я знаю, я как врач вам это говорю. Маман, Ника слово мне дала никогда не готовить страшного зверя под именем индейкина грудка. Почему? Индейка – это очень полезное, диетическое и вкусное мясо. Но есть это категорически невозможно. Татьяна Николаевна, присаживайтесь. Спасибо. Поужинала. Клади. Не отойдет, клади. И что это было? Нет, ну это черт знает что. Это рулька в пиве. С таких ранних лет забивать сосуды холестерином. Чистый холестерин. Как это можно есть? Чистый холестерин. Правильное питание – это хорошо. Но не жевать жадную траву. Если бы она хоть раз попробовала то, что я готовлю. Если бы она хоть раз прислушалась ко мне. До свидания. Прости, прости, пожалуйста. Мы опаздываем. Идем? Идем. Опа. Можешь нас поздравить? Мы сейчас заявление в ЗАГС подали. Уже? Да, что тянуть? Или ты против? Почему? Поздравляю. Я, кстати, Ваню решил усыновить. Вообще, это серьезное решение. И верное. Но там куча документов собрать надо. К нему надо подходить со всей ответственностью. Уж чего-чего, подходить со всей ответственностью ты меня научила. Да, не заметила я это, судя по твоему отношению к институту. Так что, что с институтом? Ты обещал найти компромисс. Я ищу, но я пока не нашел. Я тебя прошу, давай вот не сегодня. Это то ли тело. Вань? Ванюш, смотри там. Смотри. Ну что? Ты тоже считаешь, что его уход из института – это нормальный поступок? Татьяна Николаевна, я считаю, что человек сам должен принимать решение. Высоко! О, как ты высоко! Ваня! У меня к тебе сюрприз! Ну-ка, догоняй! Чао, до вечера! Догоняй! Скорей! В смысле? Куда они? Ну-ка, держи. Попробуй, только речь аккуратно. Кусай. Вкусно? Очень вкусно. Ну, в детстве так часто делали. Когда здесь же жили? Не, мы тут не жили. Мы тут с тетей Люси, это было наше тайное место. Мы тут девчачьи секретики прятали. Чтобы никто не утащил. Ну что, еще по кусочку и домой? Давай, мы с тобой сюда еще куда-нибудь придем. Я тоже хочу здесь секретики попрятать. Ну, конечно, это же теперь и твое тайное место. Только смотри, никому. Слышь? Вань.
Я больше не могу. Это невыносимо. Я так надеялась, что она поможет мне вернуть Женю в институт. А она? Человек сам должен принимать решение. Должен принимать решение. Еще немного, и я просто взорвусь. Но нельзя так давить на человека даже во благо. Что с институтом? Ты обещал найти компромисс. Я ищу. Ураган по имени Вероника способен разрушить то, что я создавала годами. Господи, ну чем она взяла моего мальчика? Теперь я понимаю, что значит задушить любовью. Не мать, а какая-то бронетанковая дивизия в одном лице. Книжки. Вань! Ну, зову. В садик пора. Давай. Ванюша, ты где это взял, а? Там у просто Танечки. Отнеси на место, ладно? Нехорошо бабушкины вещи без спроса брать. Договорились? Да. Молодец. Здрасте. А Геннадий дома? Вон там. Спасибо. И сразу после того, как мы поженимся, мой муж будет оформлять усыновление. Там куча документов нужно и, кроме прочего, твое разрешение. Мое что? Отказ от ребенка и разрешение на усыновление. Здесь все написано. Написано, да? Прочитано. Рассказано. Да хорош уже выделываться. Я же тебе тогда говорил, что ты ко мне придешь. Говорил? Вот ты и пришла. Если б не сын, не пришла бы. Да ладно, ладно. Хорош выделываться. Руки убрал? Ой, как я этого ждал. Как я тебя буду. Что дрянь-то, а? Второй раз кинуть меня решила! Зараза! Хорошо. Я с тобой еще поговорю. Привет. Здрасте. Что-то случилось? Нет, ничего. А у тебя платье, пуговица? Черт, это в этом в трамвае давка была, вот еле выбралась. Надо тогда сумку проверить, может быть, кошелек могли вытащить в давке. Спасибо. Thank you.
Хотела узнать. Ты зачем ты мне это подсовывала? Я ничего не подсовывала. Да, это я такое чудовище, ты бронетанковая, ты так обо мне думаешь. Какое чудовище? Как тут написано, не мать, а какая-то бронетанковая дерь... Вы тоже по мне неплохо прошлись. Татьяна Николаевна! Татьяна Николаевна! Все, да делайте вы что хотите. Татьяна Николаевна, я, видите ли, замучила девочку. Да, дай сюда. Да это не серьезно. Да? Николаевна. Все, да делайте, что хотите. Разведите мышей, я не знаю, рисуйте на стенах. Николаевна, давайте поговорим, пожалуйста. Танцуйте, танцуйте. Все, я здесь больше не живу. Все. Да, Татьяна Николаевна, ну, пожалуйста, давайте поговорим. Мы поговорили уже. Я прошу, Татьяна Николаевна, я вас прошу. Давай, поговорим. Я не хотела. Чао. Татьяна Николаевна. Черт. Что тебе, Жене, скажу? Лежите тихо, я буду скорую вызвать. Не надо скорую, не надо. Ну как не надо? Ты мне же должна заявить, Миш. Наезд у меня служба. Нет, домой меня отвезите. Домой. А, домой. То есть заявлять не будем? Нет, не будем. Домой меня отвезите, домой, пожалуйста. Я умоляю вас. Пожалуйста. Да не дергайтесь, вы так ради бога. Господи мой. Послушайте, наверное, надо в больницу. Наверное, нет, что-то подожди. Домой. Ну, аккуратнее. Сейчас. Вот сюда. Тихо. Ой. Ну, вам есть кому помочь-то? Абсолютно некому. Мама на даче борется за урожай. Ой, больно. Что больно? Где больно? Вот левая нога. Ой, еще и правая. Так, знаете что, давайте раздевайтесь, я вас посмотрю, где можно руки помыть. А вы что хотите увидеть? Сломанные стрелы Амура? Перестаньте, пошлись. В конце концов, я врач. Давайте, снимайте ваши штаны, там, рубашки. Вы думаете, я без штанов буду говорить высоким штилем? Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот. А, ой, вам плохо? Как-то я всегда своевременно прибываю с дачи и прям в медсанбат. Это что же у вас тут такое развивается? Мам, меня случайно сбила машина. А, ну да, ну да. Я уж вижу. Хорошая машина-то. Прям каток заасфальтирован. Извините. Ну, мам, ну, естественно, не здесь, а на улице. А, ну да, понятно. А вы, то есть, врач? Я врач, но... А что это скорой помощи-то у подъезда не наблюдается? Потому что я тот врач, которая сбила вашего сына, но я нечаянно. А, ну да, и в дом исцелять приехали. Ну да, главное вовремя врачом оказаться. Сейчас повсеместно из собесов по домам ходят. А про врачей пока информацию не объявляли. Знаете, я предлагала в травмпункт, но... Но решили устроить травмпункт прямо у нас на дому. Ну и как? Все органы работают или проблемы наблюдаются? Извините. А, пациенты звонят. Штаны застегни. Мам. Да что ж это... Вы знаете, мне кажется, что здесь банальное растяжение. Ну да, ну да. Я не могу утверждать. Я не хирург, я педиатр. Ну и что? Я еще девчонкой в школу бегала, когда к нам в Озерки нового врача прислали. Будто нервный патолог. Что вы молчите? А потом я тем врачом стала. Организм и есть организм. У меня голова кружится. Давление ему померите? Чем? Аппаратом. Он у меня в приобретении. Я очень от давления страдаю. Заодно посмотрим, что вы за врач такая. Как вы на клятве Гиппократа присягали. Бинт есть у вас эластичный? У нас все есть. Как вы мне надоели. Но вы же меня не бросите. А у меня выбор какой-то есть? Нет. Ну вот, сейчас поужинаем в удовольствие. Угу. И тебе для здоровья полезно, и доктору хорошо. Право, не стоило беспокоиться, мне очень неудобно. Ну что вы, это уж как водится. Хоть свой, хоть чужой, хоть бей, хоть целуй, однако накорми. Спасибо. А вы, простите, замужем или так? Нет, я не замужем. Мам. Как же это вы так неаккуратно? Сын есть, а вы не замужем? А мой муж погиб. Он на подводной лодке служил. Ах, вон оно что. Ну да, ну да. В наше время, правда, такие мужья больше на самолетах летчиками разбивались. Но подводная лодка тоже внушительный агрегат. А мой Григорий Иванович предпочитал по земле ходить. Мам, ну что ты как крепенник, а? И вы, стал быть, вероятным образом, врач. Ну, что-то вроде того. Благородных замыслов профессия. Плату вам, правда, определяют несоответственную, но это уж как водится. Мам. Знаете, мне хватает. Ну да, ну да. Какая жизнь, но такую хватает. Что-то кушаете вы больно вкратчиво. Не нравится? Нет, очень вкусно, Антонина Тарасовна. Но, вы знаете, я не привыкла ужинать и вообще как-то... Ну как же так, врач, а пропитаться не умеете. Вы хоть на пробу моих пупырчатых употребите. Кого? Это огурцы. У мамы самые лучшие соленые огурцы. Не чета вашим покупным. Мам! Что ж ты мне весь вечер под язык-то лезешь? А вы вот сал попробуйте. А, спасибо, у меня огурец. А мой Григорий Иванович исключительно сало уважал. А он непростой был человек. Всему цену знал. И меру тоже. Здесь она не приходила. Машины нет, может, она куда-то уехала? Я уже не знаю, куда звонить. Никто ничего не знает, никто ее не видел. Ник, слушай, я Каньке мотоцикл попрошу. Зачем? Ну как, поеду поищу ее, может, она где-то недалеко в машине сидит и плачет. Нет, Ник,
кто-то должен остаться дома. Может, она вернется, и Ванька спит. Как мы оставим? Я быстро. Черт бы побрал этот дневник. Ну что ж, пациент, прощайте, мне пора. Тань, подождите. Прошу. В общем, так. У врачихи с аппетитом проблемы. Татьяна, я не пью. Ну, я могу по праздникам немножко себе, да, позволить, но я не запойный. У меня хорошее здоровье, я хорошо физически подготовлен, хороший аппетит у меня выше среднего рост, значит, большая зарплата, я не злой, люблю детей. Вы к чему это? Тихо. Своих у меня нету, ну, просто так получилось. Я был женат, ну, мы абсолютно, вот абсолютно не сошлись характерами, вот вообще, но это тоже не важно. Мне 42 года, и остаток своих дней я хотел бы прожить вот с вами, Татьяна. Что вы скажете? Если у меня кто-то есть. У вас никого нет. Почему у меня никого нет? Ну, никого нет. Ну, почему у меня никого нет? Ну, потому что в экстремальной ситуации повели себя как человек, который привык полагаться только на себя. А. Да. Ничего говорить не надо. Хорошо? Я понимаю, Татьяна, я понимаю, что мы с друг другом вообще не знакомы. И предлагаю вам пару-тройку дней узнать друг друга, сходить там в ресторан, в музей, театр, дельфинарий, не знаю, куда еще, кино. Я могу купить цветы, вино, шоколадки, конфетки. Что еще? Шарики, сладкая вата. Что хотите, на самом деле, что хотите? Таня Тарасовна, спасибо, очень приятно было познакомиться. Да уж куда приятственнее. Ваня, а ты куда под ружье? Как? Не в Гонконгах живем. Дамочка и сама без провожатых доберется. Конечно, я сама, я же на автомобиле. Ну вот, я провожу до автомобиля, мне будет приятно и спокойно. Ну, если это так важно. Важно. Ну уж такая важность, прям салют под облака. Вы знаете, я сама, конечно же, очень люблю независимость, Зенит. Прощайте, дамочка. Иди, жених. Независимость она предпочитает. А сама не жрет ничего. Революционерка нашлась. Роза Бенилюкс. Мам, я тебя люблю. Люся, зачем это все? Так, наслаждаемся молча. Маска лишней не бывает. Вот, уж как новенькая сейчас. Взяла бы и Жене набрала. Ну, во-первых, что я ему скажу? Во-вторых, я телефон где-то посеяла. Не помню, то ли из дома не забрала, то ли у этого Ивана оставила. Оставила? Угу.
ты знаешь, что женщины делятся на рассеянных, которые всегда забывают перчатки на диване, и на очень внимательных, которые обязательно одну перчатку оставят. Люся. Что, Люся? Это Марлен Дитрих, ей можно доверять. Так. Ника. Все, я тебя знаю. Кошмар. Алло, Николя, привет. У нас все хорошо, Таня у меня. Что? Как пропал? Кто пропал? Женя пропал? Женя пропал? Нет, Ваня пропал. Как Ваня мог пропасть? Как Ваня мог пропасть? Они не знают, как Ваня мог пропасть. Они там что, с ума посходили совсем? Ну ты слышишь, вы что, там с ума посходили совсем? Это уйти нельзя, на секунду их оставить нельзя. Давай, все, мы бежим. О, Господи, вы, я... Ну, ты маску-то смой. Я по дороге, я смою. Пришел? Нет. Слушай, что? Я, кажется, знаю, где может быть Ваня. Ну, говори уже. Гена вернулся. Ну, это который... Я понял, кто это, и что? Я с ним встречалась. Хотела, чтобы он дал разрешение на усыновление. Он, видимо, не дал, да? А мне сказать об этом не надо? Или меня это не касается? Но я не думала, что он так всерьез за Ванечку возьмет. Ладно, твой секрет потом обсудим. Ты скажи, где... Нет у меня секретов. Я сказал потом. Ты скажи, где он живет, надо к нему сходить. Может, Ванька действительно у него. Я схожу. И не смотри на меня, так мне он ничего не сделает. А вы с ним сразу там перессоритесь, меня напугаете, Ваню. Нет, я ж не идет при ребенке драться. Ты нет, а он? Ну, подожди здесь маму, я тебя прошу. Ладно, иди. Таня! Мам! Где мальчик? Где ребенок? А. Куда ты встал? Как солевой встал? Я не знаю. Ну, в смысле... Татьяна, вы телефон сюда забыли у нас. Что у вас с лицом? Господи, вы вообще не к месту со своими дурацкими комментариями. Просто мы махнули. Мам, проснулись утром. Дверь не закрыта, Ваньки нет. 5 лет внук пропал. А Ника где? Ника? А, она к тете Кларе побежала. Вдруг Ванька у нее. Собака! У меня есть знакомый кинолог, она может помочь. Ключи от машины можно ваш? Да в бардачке ключи! Хорошо, отлично. Кто-то стоит, а как... Спокойно. Соленой, надо двери закрывать. Мам, двери. Давай не сейчас. Поездка по площадкам порыщем. А? Куда они все двинулись? Спокойно. По детским площадкам. Так, ребятня, отходим отсюда. Мы дорогая. А. Пошли, мне поможешь. Тогда я с вами. Да тетя Кир, ну вы-то, ну! Нет, тетя Кир! Где он? Кто? Это ты его забрал? Кого я забрал? Сына моего, Ваню, где он? Ты что, совсем ударилась? Откуда я знаю, где он? Нет. Хорошо. Нет. Деточка, ну не надо думать на страхи. Надо думать на результат. Вот ты помнишь, когда вы с Люськой в 4-м классе пропали? Боже, пока мы всем двором бегали по округе. Твой папа сел, подумал и вычислил, куда вас черт понес. Это же надо было удумать, а? В развалины у моря спрятаться. Укромного уголка вам захотелось. Только он был бы там, Господи, только бы. Ванечка, Ванечка, Ванюшенька, ну что ж ты, Ванечка, живой нашелся? Хлеба, чтобы вы на огоньке. Ну, конечно, могу сделать огонек.
знал, ты Игорь. Так съел. Хорошо, что ты съел. Пойдем домой, милый. Пойдем домой. Не плачь, Танечка. Видишь, как я тебя выслушала? Ты больше не будешь теряться? Я не буду теряться, милый мой. Пойдем, мальчик мой. Пойдем. Ты больше так не убегай. Ты так больше не убегай. Ты что? Так больше? Ну что ж ты? Давай пойдем. Ладно. Я не ударился, я Вот, а мы его искали, он Танечку нашел. А как вы нас нашли? Так Кай нашел, а Нику мы подхватили удачного парка. Ты собаки, ты молодец, ты собаки. А за мальчиком надо внимательнее смотреть. Ты собаки, ты собаки. Ну, спасибо вам за поддержку. Мне прям вам хочется сказать, что... А давайте вы мне завтра скажете. 19:00, кафе у Черного моря. Ну да, а почему нет? Как, какое кафе? У Черного моря. А во сколько? 19:00. Татьяна Николаевна, пойдем сюда. Конечно. Нет, это где такое назначено? У матери дача не копанная, а он в зорницу бегает. Ты чего, я в поводыри зачислился, что ли? Мать, ну хватит, а? Если б я маленький пропал, ты что, меня не искала бы? Ты! Да для тебя бы отец всю войсковую часть по тревоге поднял. Ты кто ж для родного сына? Вот чужих детей не бывает. Конечно, когда свои-то мимо проехали, так и будешь вокруг чужих всю жизнь маршировать. Эх, и своих доста не нарожала, и твоих не дождалась. Телефон он ей понес машиной давленной. Мать, ну что ты такое говоришь, а? Ну чего ты говоришь-то? Противно слушать. Да, конечно, когда мать говорит, она всегда раздражительна. Чего тебе вольно эта баба не приглядывается? При должной должности, при чине каком. А отец? Отец, когда ты за него выходил, он при должности был? При чине? Или тебе напомнить? Ну ты и соизмерил. Твой отец был кавалер исключительных достоинств. Да и меня не в картошке нашли. Мы уж с ним были пара так пара, как хромовые сапоги. Вот и мы и будем, мамулечка. Мы тоже. Ну, спасибо тебе, Ваня. Пришла беда, откуда не телеграфировали? Господи, если бы Ванька не пропал, я бы так и не узнал, что ты к этому козлу ходил. Что он разрешения никакого не собирается давать. Он, наверное, и руки распускал, да? Он один живет? Женя, успокойся ты. Мы на улице встретились, на остановке просто поговорили, сразу поругались и все. А мне об этом не надо было сказать? Если б я тебе сказала, ты б пошел и морду ему набил. Скажешь нет? То есть, по-твоему, это ты меня защищал? Давай мы не будем путать роли, хорошо? С самого начала это я тебя защищаю. И Ваньку. Ты поняла? Поняла. Но, если честно, я рада, что он тут ни при чем. Но вопрос с ним нужно решать кардинально. Ник, он все равно даст разрешение на усыновление, но... Ник, я тебя только одно прошу. Никогда больше от меня ничего не скрывай. Я лучше физически не переношу, как мама. Ты же знаешь. Знаю. Хорошо. Прости, пожалуйста. Татьяна Николаевна, не спите? Я вот что хотела. Вы простите меня, ради бога. Я за этот день чуть с ума не сошла. Никочка, деточка, это ты меня прости. Я не знаю сама, как это получилось. Господи, пока Ванечку искали, я столько всего передумала. Но, слава богу, все обошлось. Татьяна Николаевна, если я что-то не так, или вы что-то... Я прошу, не сердитесь на меня, тихо, пожалуйста. Тихо, тихо. Я для вас что угодно. Что ты, миленькая? Главное, все обошлось. Женщины,
Мои вы дорогие, честное слово, еще одну ночь без сна я не выдержу. Так, так, пошли спать. Женя, Ника, сядьте, пожалуйста, сядьте на секунду. Я подумала и решила. Что? Все хорошо. Вам очень тесно в вашей комнате. Давайте я заберу Ванечку к себе. Мы здесь прекрасно с ним разместимся. Вам будет свободней. Ну и, ну, сами понимаете. Мама, подожди, а как вы тут поместитесь? Можно, конечно, кровать к потолку прикрутить. Ну почему? Можно шкаф выбросить. Дедушкин шкаф? А что за шкаф? Подожди. Ну, я думаю, дедушка так и поступил бы. Для правнука. Конечно, это память. И папа так любил дедушкин шкаф. Но Ванечка важнее. И вообще, надо начать жизнь заново. Как будто никто и никогда не делал тебе больно. Как хочется забыть все, что со мной было тогда. А ты можешь это делать? Руки убрал? Надеюсь, Женя поймет, почему я ничего ему не говорила про Гену. Честно говоря, даже имя его произносить было противно. Вам скажет то же самое. Маша, наладьте, пожалуйста, питание. Да, я понимаю. Да. Ну, всем пока. Пока-пока. Идите сейчас у другого доктора, там машина вот такая большая. Пока. Пока-пока. Здравствуйте. Здрасте. Я, подождите, но я не... Еще же не вечер, я не... Как-то... Ну, вы знаете, я подумал, а чё знает, о чем я подумал, просто хотел сделать вам приятно, и вот. Очень приятно. Татьяна? Татьяна Николаевна, это что такое, я не понимаю. У нас все-таки здесь поликлиника, а не вот это ваше самое, даже неудобно назвать. Станислав Алексеевич, вы сейчас про что? Так, ну-ка, значит, так, ты пойдешь сейчас. Уважаемый, руки. Что? Ваня, ты что, Ваня? Тихо. Да, Соколовская, я, конечно, хотел отстоять вашу ставку, но боюсь, что мне это не удалось. Так что пишите заявление. Это что такое? А вы вообще, вы нормальные? Нет, вы мне скажите... Вы вообще нормально? Почему все время лезете в мои дела, в мою жизнь? Почему ставите меня все время в дурацкое положение какое-то, а? Таня, я хотел вас защитить, не а... Надо. Не надо мне защищать. Я 25 лет живу одна. Я 25 лет сама. Встаньте немедленно, там чистая пеленка для детей. Я сама воспитываю сына, я сама решаю все свои проблемы, я сама забиваю свои гвозди. Мне не нужен охранник, защитник, принц на белом коне, не нужен. Таня, вы... Знаете что? А если вам нужен доктор, я советую обратиться к специалисту другого профиля, например, к психиатру. Я думаю, вам тоже нужен психиатр. Нет, ну это какой-то бесконечный кошмар. Ну, в общем, я теперь без работы и без, в общем, без. Наплюй. У вас же этот есть. Пузан. Какой? Дядя Миша. Иди к нему, будешь 5 зарплат получать. Давай, хочешь, сейчас ему позвоним? Не буду я никому звонить. Я устала, видишь, как 2 года без отпуска, Люсь. Пока не отосплюсь, вообще никому не буду звонить. Надоело это все. А я прекрасно понимаю. Знаешь, почему? Это же неправильно все, Танюш. Потому что одна, понимаешь, без мужика. Вон этот Ваня был, прекрасный же мужик. Чего ты его выгнала? Хорош. Ну, сорвалась, Люся. Ну, вот и сорвалась. В какой-то веке мужик, мужика похоже, а не на пойми кого. Она взяла и сорвалась. Надо было брать в охапку и замуж выходить.
Она выгнала его, сорвалась. Тоже скажу замуж. Замуж надо молодой идти, пока кости еще какие-то гибкие. Подстроиться можно. Сейчас все. Поздняк метаться. Да ладно. Все нормально у тебя. Вон, у тебя Женька есть. А у меня ни котенка, ни цыпленка, ни ребенка. Замуж хотела платье белое, попса на машине. Теперь буду всю жизнь не за чек. Ты чего? Ты... Люс, ну... Да ты можешь еще родить, чего ты? Да, конечно. Человек, когда никому не нужен, он все может родить, спиться, сдох, море утопить. Люс. О, он меня в кафе позвал, в Черное море. Кто? Кто-кто, Вань, кто? Когда? Сегодня в 7. А что ты стоишь-то? Пошли. Куда пошли? Думаешь, он придет, если я его погнала? Возможно, может быть, и придет. Люся, я его к психиатру послала. Таня. Все, закрой рот, самое тошное. О, телесничек. Не, ну мне просто интересно, он после психиатра пришел или не пришел. Ну, если так интересно, пойдем посмотрим. Ступенькам слабо было спуститься? Да, блин, сколько уже? Да, быстрее. Давай, прям так он взял, вот и прибежал, Люся. Прибежал. Пойдем давай. А я тут что как дура? Вот ты будешь дура. Ты сейчас уйдешь, его через 5 минут подберут. И что, если подберется, то я очень нужен был. Ага. Так ты точно решила, ходим или поедешь? Блин, в чем я пойду? Посмотри на меня. Я тебе куртку дам. Себе оставь свою куртку. Идем давай. Ой, дура. Хорошенький могу. А вы что там делаете? Я вот. Так, лежите и никуда не уходите. А? А? Ой, что за шум? Я там человека уронила. Чего? Ой, нет, ну, не, ну вы дали. Нет, ну вы дали. Нет, ну, вы вообще нормальный, а? Ну, конечно. Угу. Я не хотел вас пугать, Таня, абсолютно не хотел. И... Ай! Все, терпите. Просто я себя чувствовал неловко из-за той ситуации в поликлинике, понимаете? А в ресторан вы не пришли, и да, я хотел вас порадовать. Вот. Думал, цветы положу вам подоконник, вы проснетесь, увидите, обрадуетесь, улыбнетесь. Да, улыбнулась. Вы меня улыбнули, у вас получилось. Ну, Тань, ну, простите, пожалуйста. Как-то у нас с вами все как-то, вот знаете, через эти кровавые раны пришло. Держите мясо, да. И я надеюсь, уже это последний раз. Мне, знаете, надоело вас лечить. Ну, вообще, чтобы вас видеть, я готов падать из любых окон сколько угодно. Но, с другой стороны, ну, мы же с вами все-таки взрослые люди. Да, взрослые люди. Ведете себя как подросток. Да. Я пойду тогда. Куда? Домой. Сядьте.
Не, меня ваша мама когда-нибудь убьет. То я вас машиной сбила, то я вам по лбу дала. Да. Не везет вам. Значит так, я вам постелю вот на полу. А завтра утром будем решать, что мне с вами делать, а? Как жалко, что здесь нет мамы. Она бы оценила романтический поступок Ивана. Все-таки в этом что-то есть. Лезть ночью с цветами в окно. Нет, не перевелись еще рыцари на нашей планете. А вот с дамами проблема. Нет, чтобы веером обмахнуться, по голове приложила. Передо мной-то лозунгами не тряси. Будто ты пацанов молодых не знаешь. Он сейчас брыкнет туда-сюда, и куда твоя Ника придет? К тебе она и придет. Оно тебе надо? Это такой же ее дом, как и мой. Ага. Послушай, давай обоюдно. Тебе квартирка в личное пользование и надежда на личную жизнь, а мне жена и сын. А ты же сама хотела, чтобы я на ней женился. Я хотела? Я хотела, когда она от тебя ко мне беременная прибежала, чтобы ты ее на аборт не погнал. Вот когда нужно было жениться. Ничего, ничего, и сейчас пойдет. Пойми, ей с ним все равно ничего не светит. Ну, кому чужие дети нужны? Ты сама вспомни, тебя сколько раз замуж звали? Да ты как взяла племянницу, так и накрылась твоя личная жизнь медным тазом. А? Я, знаешь ли, несла свой долг с честью. Ну, несла, и хорош. Молодец. Что, еще раз охота? Ну, смотри, пацану сейчас сколько? 6. Ну, вот где-то лет через 15 сколько тебе будет? М? Пошли. Пошли. Иван, вам один сырник или два? Можно два. Можно? Конечно, можно. Жень, осторожней. Ты, Иван Григорьевич, скажи. Ему нужнее. А хотите, я вас в дверь ночью звонить? Кстати, кто-то умеет. Мам, я открою. Господи, ты, боже мой, отберите у ребенка этот меч. Садись, кушайте. Женя, перестань корчить рожи. Я тоже могу. Добрый день. Я могу увидеть Нику? Ой, здравствуйте, Клара. Владимировна. Владимировна, конечно. Да, мы очень рады вас видеть. Проходите. Это излишне. Я хочу поговорить с Никой. Ну, действительно. А чего бы нам не войти, когда приглашают? А? Ну, не в коридоре же нам дела наши решать, тетя Клара. Да. А какие дела? О. А кто это? Здрасте. Так это и есть твой кавалер. Кукла, в юноша бедный, худой да бледный. Ты мой хороший. Ты мой хороший. А, извините, простите, пожалуйста, извините, кто вы такой, что вам от нас надо? От вас, мадам, ничего не надо. Пожалуйста, присаживайтесь и продолжайте вашу семейную трапезу. Присаживайтесь. Ника. Подожди, детка, я же для тебя стараюсь. Ты ребенку нужен настоящий отец, а тебе нужен нормальный муж. Так, и ничего, что Ника моя жена? Нет, минуточку, пока еще не жена, и вообще вот эту вашу игру в семейную жизнь уже давно надо прекратить. Мне кто-нибудь что-нибудь объяснит? Да, 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 и мне вот тоже непонятно, Никуля. А ты вообще тут кому-нибудь что-нибудь объясняла? А вот твой Ромео, например, в курсе, зачем ты ко мне приходила? Чем мы занимались? Со всеми деталями, с подробностями? С какими деталями? А, так не в курсе. А почему? А? Так, стоп, давайте по пунктам. Что вы хотите от девушки? Ничего. Все, что хотел, я уже поимел. Ты! Кстати, вот пуговка, которую ты потеряла у меня на диване, когда приходила бумажку клянчить. Ты в следующий раз
поводов не ищи. Ты приходи просто так, я пойму. Подожди, ты же мне только что говорил. Дура ты, тетя Клара, дура! Зачем мне она теперь нужна? Я посвежее люблю. Уберите его! Давай, на выход. Вон отсюда! Хорошо, хорошо. Ну-ка быстро отсюда. Чтоб там ноги не было, ну-ка быстро. Хорошо, хорошо, но зачем нервничать? Ноги наоборот, вы его дома! А вы, как вам не стыдно, как вам не стыдно? Я... Так, ну-ка, иди сюда, малыш. Мишка, подожди, секундочку. Ну-ка, давай-ка скорее, с мячом играй. Так, успокойся. Нет, тихо, же, все. Послушайте. Все, все, я ты же, успокойся. Все, успокойся. Я же как лучше хотела, успокойся. Понимаете? Я сразу понял, что эта сволочь врет. Он вы отец. Не думайте, мы девочку в обиду не дадим. Да я девочку-то, я... она так, же мне ничего не рассказывает. Ты слушала меня. Ник, я хочу послушать. Мне даже интересно. Вы просто на остановке поговорили, ты да? Не заводись. Вам не сейчас. Скажи, ты к нему домой за разрешением ходила, да? Да, Жень. Женя! Трогайся! Тихо, я с ним. Все, спокойно. Ну, ты мать устроила. А лих у тебя получается? Стресс снимаю. Ты вообще лучший способ. Я лодки люблю. Поэтому из института уходишь, да? Профессия не радует. Да в том-то и дело, что радует. Просто сейчас с финансами проблемы, и приходится выбирать. Ну да, медицина хобби быть не может, а вот это все может. И с финансами я тебе помогу. Еще возьми визитку, позвони, это директор яхт-клуба, мой дружок. Ну, как ты понимаешь, масштаб другой, деньги другие. И готов подстроиться под график твоей учебы. Ну, спасибо, конечно, но я еще не решил окончательно. Ну, я же тебя не в рабство продаю. Ну. Ты в Евангелии будешь? Извини. Ника. Ты что, не можешь понять, что я не могу с ней говорить сейчас? А ты действительно думаешь, что она с ним? Да нет, конечно. Просто зачем было врать? А ты не думал, что врут обычно тем людям, которым боятся сказать правду? Не думал. Кстати, раз уж пошел у нас такой разговор, вы скажите, что у вас с моей мамой? О, сразу быка за рога. Круто. Ну, Евгений, у нас с твоей мамой, как говорится, все серьезно. Серьезно? Да. Но я-то не против, потому что имейте в виду, у меня мама человек особенный, ее обижать нельзя. А никого обижать нельзя? А я за всех и не отвечаю. Я тебя понял. У меня тоже есть мать, мама. Я за нее тоже переживаю. Вот не знаю, как ей рассказать про будущую нашу свадьбу. Про какую свадьбу? Ну как какую? Я же тебе говорю, у нас с твоей мамой все серьезно. В смысле серьезно? Ну да, мы с твоей мамой, ну то есть я с твоей мамой, вот собираемся пожениться. И что, мама об этом думает? Ну вот, пытаюсь убедить. Это будет нелегко, Иван Григорьевич. Да, я знаю. И маму твою будет убедить нелегко. Мне моя мать тоже житья не даст, пока не привыкнет. Проблема на проблеме. Нашли проблему. Вот апартаменты. Возьму недорого. Потому что я знаю, какое он существо мерзячее. Я как его увидела, сразу поняла, добра не жди. Ник, ну все, прости меня. Да ты меня прости. Я сегодня так испугалась, когда они с Кларой пришли. Да все, тебе не надо ничего бояться больше. Я люблю тебя. И я тебя. Да? Да. Нет, ну скажи, ну в кого ты у меня такой невразумительный? Твой отец в исключительном разуме пребывал до последней минуты службы. Я женщина при всем уме, а ты? А что я? Нет, ну скажи, на что ты там польстился? Ведь никакой же радости глазу, вобла вяленая. Мать, ты понимаешь, что ты все границы уже переходишь? Нет, ну вы поглядите на него, а? Вы наблюдали? Она ему морды бьет, а он на ней жениться идет. Ты не била на меня, не била. Ну конечно, ты в окно выпал. Вот именно. Не делай из меня балерину! Ешь. Кто на таких дамочках женится, а?
Там же выводок никакими еврами не прокормить. Не, я поняла, Вань, я поняла. Тебе надо не в мединститут. Тебе прямая дорога в цирк. Там таким, как ты... Ай. Ой, прости. Там таким, как ты, за бесплатные парики выдают рыжего цвета. Ты понимаешь, о чем ты говоришь? Я понимаю. Я давно все поняла. Я эту дамочку сразу насквозь разглядела. Я на таких дамочек, как она, по гарнизонам во как налюбовалась. Нет, знаешь что, сынок? Давай решай. Вот решай и все. Или она, или я. Ок. Если ее здесь не будет, то меня здесь не будет. Я уйду. Ой, а я прям так на одном испуге и падаю. Давай, беги. Беги прямой наводкой ей под колеса. Давай. Посмотрим, долго ли пробегаешь. Даже пупырчатый не даем. Господи, Антонина Тарасовна, вы меня как нашли? Стратегически. В дом позовете или у вас не принято? Почему? Проходите. Здравствуйте. Здорово, не жалуюсь. Здравствуйте. Дочка-то у вас какая взрослая. Говорили, будто сын. Значит, двое деток-то? А я жена. Двое. Да еще внук есть, собаку планируем завести, собственно говоря, что вам надо от меня. Да вот хотела в глаза ваши поглядеть, увидеть, что там отразится. А чего ж, кроме вас-то? Тихо. Иди чайник поставь. Чай не водка, много не выпьешь. Могу пельмени предложить. Спасибо, покупных не ем. А у нас не покупные. Тихо. Иди к Ване. Хорошо живете. Чистенько. Моем. А где ж тут у вас мой Ваня помещается? В каком-то смысле помещается? В каком живет, в таком и помещается. С вами живет. Как-то он к вам ушел, со мной живет. Почему он ко мне ушел? Я вообще его полтора дня не видела. Он пропал, что ли? Да я уж теперь и не знаю. Видать, случилось чего. Но если он не живет, то я напрасно посетила. Ну, если он появится, вы... Если появится, уже бы появился. Так что извиняйте, дамочка. Антонина Тарасовна, я... Что-то случилось? Иван Григорьевич пропал. Ну, надо же, наверное, звонить куда-то, бежать, что... Он у меня в Веллинге живет. Не поняла, в сарае с этими моторами? Ну да. А что такого? Ну, ночевать негде было, я и... Заводись. Его мать с ума сходит, я полтора дня места себе не нахожу, а ему, значит, ночевать негде. Я ему сейчас покажу, где можно ночевать, а где нельзя. Остапусь, мальчик, у меня будет очень серьезный разговор. Я в сарае. Че? Да. Пошли спать. Все время в дурацкие ситуации и должна решать не менее дурацкие ваши проблемы. И вообще, как можно так нервировать... Тихо. Нервировать мать. Ну, во-первых, добрый вечер.
Татьяна Николаевна, откройте! Вы тут? Это Ника. Какой кошмар. Пойду, открою. Тихо ты. Татьяна Николаевна, простите, там Ольга Аркадьевна приехала. Катастрофа. Это кто? Кто-то мама моя. Моя мамочка, что будет? Знакомиться будем? Ольга Аркадьевна, я вам должен сказать, что мы с Танюшкой... Ну, в общем, я люблю вашу дочь и прошу у вас руки вот Танюшкиной. Друзья мои, чудесная новость. Таня, а почему ты мне сама не сказала, что у вас назревают такие перемены? Ну, это же должен сказать мужчина, лично, глаза в глаза. Речь не мальчика, но мужа. Таня, только я сейчас не совсем понимаю, что я-то должна ответить. Таня, этот человек сделает тебя счастливой? Я что, так вовремя приехала, что ли? Мама. Так, друзья мои, ну, тогда это событие надо отметить. Помолвка или, как это раньше называлось, сватовство, случаются ведь не каждый день, да? Да, вот по поводу сватовства. Моя мама, она старой закалки. И эту старую замечательную традицию, ну, нужно соблюсти. Конечно. Согласна. Чай кто-то будет? Нет. Yeah. Я рада. Я еще не разучилась отличать настоящих мужчин от прохиндеев. Хотя, вторых, в моей жизни было гораздо больше. Собственно, настоящим-то был только один. Твой папа. Как это, мама? Знаешь, детка, если бы он был жив... Если бы он был жив... Да я бы даже ни разу не взглянула на тех, за кого потом выходил замуж. А зачем тогда? Чтобы почувствовать себя живой. Хотя бы ненадолго. Все. Все. Мою горькую жизнь мы оплатим потом, а сейчас... А сейчас давай-ка подумаем. А чем мы с тобой будем кормить наших гостей? Нет, мы с тобой, конечно, красавица и умница, но вопрос в кулинарии. А если мы закажем суши? Беспроигрышный вариант. Мама, ты себе даже не представляешь лица Антонины Тарасовны, если она увидит такой стол. Ну, тогда вся надежда на Люську. На Люську. Слушай, у меня какое-то такое ощущение, что ты мне чего-то не договариваешь. Кормись. Я ушла с работы. Наконец-то. Господи, как я рада. Сегодня же позвоню Мише. Он в своей клинике открывает детское отделение и очень хочет, чтобы ты работала у него. Господи, как все хорошо складывается. Мам. Все. Мам, я тебя люблю. Я тебя тоже. Мам, где мам? Сумасшедшая семейка. А
Люсь, кукуруза в баночках для салата. Да не отвлекай меня, у меня все по списку, рассчитывайся за яблоки. Мамуля, надо, наверное, тортик купить. Так, никакого покупного торта. Почему? Потому что нас Антонина Тарасовна сосвету живет за покупной торт. Я домашний сделаю. Когда ты успеешь? Оля Аркадьевна, это я замуж не успеваю, остальное у меня с полпинка. Девочки, я вас скоро удивлю. Познакомилась? На сайте? Ты что, в интернете знакомишься? Это хуже, чем в трамвае. Так, никакого интернета, там одни извращенцы. Сколько у вас помидоры стоят? Они что, у вас стихами разговаривают за такую цену? Не отвлекайся. Я записалась в фитнес-клуб. Она собирается похудеть? Ну, не толстая. Я гармоничная. Причем тут вес? Там такие тренера, закачаешься. Девочки, в этом есть рациональное зерно. Да, вот именно поэтому я все готовлю и сваливаю. Потому что у меня завтра первый день посещения в храм здоровья и крепких мышц. Там есть ограничения по возрасту? Знаю. Мам, надо петрушечки еще купить. Петрушка вкусная. Пища у вас питательная. Ничего сказать не могу. У нас и кофе кофейный. Надеюсь, вы оцените. Кофе я не пью. Давление не разрешает. Мой Григорий Иванович очень чай уважал из самовара. За мной родители, приданные, выдали самовар тульского производства. Самовар, приданные? Боже, как романтично, правда? Просто тачка будет настоящая невеста, самая красивая. Конечно. Мальчик у вас какой? Не по годам разве? Да. Отличный парень, да, тезка? Вань, ешь, суп ешь. Ну да, ну да. Своих-то как? Думаете заводить? Не, много, конечно, уже не успеете, а двоих бы надо. Мать, война план покажет. Ну да, ну да. Только я уж тогда бабушкой буду, а не просто Тонечкой. А было бы забавно. А ты какая будешь бабушка? Добрая или злая? А какую надо? Надо добрую. Ну, значит, будет добрая. Правда, Антонина Тарасовна? Ну, куда уж теперь деваться-то? Ну, все, заметано тогда. Только давайте уже так, чтобы все было как полагается. Жена должна идти за мужем. Извините, пожалуйста, а куда идти? А это уж куда велит. Не делай это мужу, идти жить к жене. Так что давайте, чтобы все было как полагается. Ну, мы это еще не обсуждали. И мне бы хотелось... Нет, мне бы не хотелось. Мать, не дави, а! И так понятно, где мы будем жить. Дай ей самой все обсудить. Ну да, ну да. Мы с Григорием Ивановичем тоже все вдвоем обсуждали, а делали... Как полагается. Мой богатый опыт говорит о том, что деньги, вложенные в красивое тело, окупаются очень быстро. Если оно уже красивое, то нужно помочь ему стать прекрасным. И в этом деле, поверьте, руки опытного тренера играют решающую роль. А руки вы хорошо сказали. А сколько составляет сумма за индивидуальные тренировки? Пожалуйста, вот он прайс. Прекрасно. Не подходит. Да? Я рад, что мы нашли друг друга. Неужели это правда происходит? Неужели я действительно выхожу замуж? Поверить не могу. И если бы не этот переезд, я была бы бесконечно счастлива. Но... При близком знакомстве Антонина Тарасовна еще больше впечатляет. Давайте уже так, чтобы все было как полагается. Жена должна идти за мужем. Куда идти? Не представляю, как наша Танечка сможет с ней уживаться. Мы с Григорием Ивановичем все вдвоем обсуждали, а делали... Как полагается. Надо придумать, куда перенаправить энергию Антонины. Подобрать бы ей кавалера.
Но кто сможет соперничать с усопшим генералом, который все делал, как полагается? Как назло, у меня ни одного знакомого маршала. Ну, о чем мы не собираемся? Собираемся. Давайте помогу. Подожди, ну как-то мы, по-моему, мы поторопились, Вань. Правда, я, ну, мне уютнее дома. Ну, хорошо, ты будешь у себя дома. Только этот дом будет не здесь, а там. Танюш, слушай, ну, я открыт для всяких предложений, компромиссов, но я здесь жить не буду. Почему ты не будешь здесь жить? Потому? Почему? Ну, потому что. Потому что нормальный мужик не может переходить в дом к своей женщине и изображать здесь хозяина. Понимаешь? Я не понимаю. Ну, считай, это мой принцип. Хорошо? Это не принцип, Ваня. Детский сад какой-то. Какая разница? Где жить, Ваня? Хорошо, если тебе никакой разницы. Собирай чемодан, машина ждет. Подожди, поехали. Ну, подожди, ну, правда. Ну, подожди. Таня, Танюш, мы с тобой только начали жить. Уже пошло, поехало, Таня. Действительно, Ваня, пошло и поехало. Что я такого попросила? В конце концов, не хочу я нигде жить и ни под кого подстраиваться. Ага. Что? Живи! Ну-ка, стой! Ну-ка, остановись! Спасибо, Ваня, вышла замуж! Я вообще не это имела в виду! А где? Нету. Как нету? Ты куда ходил-то? Да я стол накрыла, хлеб, соль приготовила. Вот, садись и ешь. Вань, ты не начинай мне тут оперету с переплясом. Я спрашиваю, Таня где? Дома. Дома. Ей там больше нравится. Все, мать, не хочу. Все, садись. О, сынок, тебя... За невестой, как дурака, за водкой посылать. Никаких результатов, одни убытки. О, водка. Водочка. Мое спасение. Ой, Оленька, если бы мой бестолковый сын уже женился, я бы могла тогда спокойно умереть и, наконец, пожить для себя. Ну, как ты, например... Я всегда говорила, что ты большая умница. Ой, ну зачем же умирать? Давайте лучше выдадим вас замуж. О, нет. Ну, дядя Даня столько лет этого добивается. Ну, пора уже сдаться. Ну, Миша. Оль, ты ее ни в чем не убедишь. Нет. Ой, Маргарита Георгиевна, не заставляйте меня говорить вам банальные вещи. Что человек не должен жить один. Что иногда ему просто хочется поговорить с кем-то, кто тебя понимает. Да, Миш? Да, вот так. Мы с маман каждый вечер сидим, общаемся. Кто же нас еще поймет? Ой, господи, как все сложно. Да ничего сложного нет. В эпоху интернета общение не проблема. А вот ваш Давид, что? Он мне сразу заявил. Я слишком стар, чтобы освоить вашу эту сию премудрость. Ой, ну старость – это понятие относительное. Да. Миш, скорчай меня, а? А я вам скажу, человек не стареет, если он стремится в жизни узнать что-то новое. Да. Вот, пожалуйста, я благодаря этой штуке за 3 года все музеи мира пересмотрела. Мама, ну я же предлагал тебе любой тур, любую страну. Мишель, я, конечно, тебе благодарна, но у меня здоровье не то. А вот интерес есть, и я его удовлетворяю, как мне удобно. А вот ваш Давид, он ничего не хочет менять в своей скучной жизни. И вы еще хотите, чтобы я за этого типа вышла замуж? Нет, нет, никогда, никогда. Я лучше умру. Вань! Вань, где ты там?
Мать, ты чего? Померь мне давление, что ли. Так не можется мне что-то. Прям бьет в затылок, бьет. Слушай, ох, давай, может, тебе, может, лекарство какое-то дадим, а? Или, может, это, скорую вызовем? Придумал тоже скорую. Ты лучше Танюшку позови. Может, она чем поспособствует. Я понял, что ты задумала. Тактика и стратегия. Не, мать, я в твои игры играть не буду. Конечно, мать, хоть умри. Уйди с глаз моих. Угу. Поликлиника? Вдова генерала Бутузова беспокоит. Фамилию и телефон вашего педиатра мне быстро. Зовут Татьяна. Мама, кто? Это врач ко мне. А. Мама, где? Там. Антонин Тарас. Боже мой, сейчас. Ну что ж вы, ей-богу. Ну сейчас я вам. Ну сейчас. Сейчас я померю. Прям не могу. Прям первый раз такое. Бьет затылок, бьет. Вы ели что-нибудь? Аппетита нет совсем. Не тошнит? Немножко. Ну, сейчас ничего, сейчас давление померяем. Так, сейчас, сейчас. Только вот так. Не волнуйтесь, сейчас мы померяем давление. Ага. Сейчас. Сейчас. Как вы меня нашли-то? Стратегически. Сколько там? $120/80. Это, наверное, кризис у меня. Гипертонический. Плохо мне очень. Состояние опасное. Нужен постельный режим и покой. Ну что, как мама? Необходим круглосуточный медицинский контроль. Ты ведь останешься? Ты меня не бросишь? Спасибо тебе, деточка. И на кухне похозяйничаешь. У меня ж сил-то нет совсем. Приятного аппетита. Странный вкус. Не нравится? Чего-то не нравится. Очень даже нравится. Да, Вань? Ну, я еще не понял. А что тут понимать? Не ядерная физика. Сиди да жуй. Вкуснота какая. Танюш, а я и тебя в расточительстве подозревала. Ты клад, а не хозяйка. Из ничего такая красотища. Тебе что, действительно нравится, что ли? Конечно. Прям слюнки текут из глаз. Вань, это блюдо такое. Вот именно. Я еще привык, что на блюдо еду кладут. Ну, просто принцип здорового питания, принцип здоровой пищи. А где бы такой здоровой пищи еще здоровье-то найти? Как все мужики. Дурак дураком. Да?
Давайте я вам еще. Попозже. Ты не передумал? Да ничего я не передумал. Продолжим. Тренировка у меня дома. Продолжим. Не передумал? Да точно, пойдем. Местечко Малокульное. Какое? Трущобское, что ли? Как-то неожиданно. А что тебе неожиданно? Ну как? Дама с положением, свой салон и тут вот что-то. Я? У меня салон? А, так ты свою губёжку-то целенаправленно раскатал, что ли? Нет, я просто не ожидал, что ли. Ой, ты просто не ожидал. Да нет, ты ожидал. Цепануть богатую бабёку и тянуть с неё деньги. Слышь, ты, тренер надутый. А ты что, на любовь размечталась? Ты на себя в зеркало посмотри. Болит межгалактический. Чё? Люсь, помочь? А? Лопаты неси. Ты гони. Стоять. Бедный мужик. Антонин Тарас не перестает меня удивлять. Ты клад, а не хозяйка. Я еще его привык, что на блюдо еду кладут. Как все мужики. Дурак дураком. Мне казалось, что она будет против наших отношений с Иваном, и если я перееду, начнет вставлять палки в колеса. А вместо этого она разыграла целый спектакль, чтобы нас помирить. Затылок прям бьет, прям бьет. Как вы меня нашли-то? Стратегически. Может, я зря сопротивлялся этому переезду? Теперь мне кажется, что с ней вполне можно ужиться. Кто? Знаешь, я в кабинете лягу. Спокойной ночи. Да. Мама права. Дурак дураком. Понимаю, у нас Крым. Крым. Залетел. Крым. Ну да, расстроишься тут. Да ничего, ладно, страшного не произошло. Мам, ну ничего страшного не произошло-то. Ну. Заодно и коржик потолку кинь, авось прилипнут. Какой-никакой, а декор. Ну все, хватит. Поболела я. Да ничего страшного не произошло. Давай, помоги. Подожди, давай вместе уберем. Я тебе помогу. Конечно, поможешь. Вот тут тебе в помощи тряпка новая организовалась.
Да я эту рубашку уже вообще, она мне, я ее терпеть ненавидел на самом деле. Ну да, ну да. Ну, главное вовремя вспомнить, что ты еще терпеть ненавидишь. Заодно и спалим, пока утюг-то не остыл. Я ебаба, да? Правда, извините, я да, сейчас... Да, ну ладно, давай, слушай, мы в, этот, мама, в, мой, зашьюсь. В театр, мы в театр пойдем, разве нормально, все да хорошо. Вам бы лучше в цирк. Что, сумку мне подай? Я в аптеку и в собес. Зачем? За социальными льготами. Вернусь поздно, не трогай ничего. Хорошо. Ну, я домой. Ты так своих городских обдуривай. Это что, по-твоему, картошка? Гниль перекатная. Да ну, да ну. Генеральша Бутузова, я узнаю этот голос. О, кого бы век не видать. Сама давно из Бутузовых в отставку-то вышла. А то вас это огорчило очень. Ага, аж давление упало. Ну что, поперли тебя из столицы-то? Кина не будет, кинщик пьян, будут танцы под баян? Угу. Говорил я Ване, какая из тебя из погремушки жена? Так, по-моему, и вышла. А боюсь я без вашего Вани, ей-богу, уже съешьте его на ужин, а? А, я вижу, как ты обошлась-то. А вот Вань ты обошелся. Ване дело наладил и жену в дом привел. Чего? Того. Это ты у нас все, прыг да скок. А Ваня исключительно ценный профессионал. Его карьера в мединституте сразу в рост пошла соответственным образом. За хорошими-то женами мужья сразу наверх маршируют. А за такими, как ты, только на чужие пятки глядят. Да? Когда это он жениться успел? А вот когда надо, тогда и успеет. И моя невестка нынешняя, не тебе чита, исключительного разума женщина. Истая генеральша. Уж они будут пара так пара. Помню, как хромовые сапоги, да? Да уж, стыдиться не приходится. Так что прощайте, дамочка. Вот так всегда. Слушаю тебя. Вот как. Не здравствуй тебе, Геночка, ни-ни. Не-не-не. Ладно. У меня к тебе деловое предложение. Тебе от меня нужен документ, да? Ну, разрешение об усыновлении. Я готов тебе его дать. В обмен на что? Не беспокойся. Не на твои прелести. Ты столько не стоишь. Я хочу 500 000. Это не разговор, у меня нет таких денег, и мне негде их взять. Если захочешь, найдешь, поверь. А чтобы искать тебе было веселее, я у тебя возьму залог. Вот, например... Руку пусти! Тихо-тихо-тихо-тихо. Ген, зачем оно тебе? Оно ничего не стоит. Может быть, и не стоит, но для тебя-то стоит, да? Ты же знаешь, это кольцо моей мамы. Да, какие проблемы? 500 000 твое и... документ об усыновлении в придачу. Давай, давай, родная, шевелись. Какая ты дрянь-то! Я ей велела цветы прищепить, а она прищепками к подвязкам их так прямо и зацепила. Нет, как ее только догадала. Сейчас, Ванечка, что? Папа, можешь я в ту комнату пойду? О, подожди секундочку. Я, конечно, ни на что не намекаю, но вообще-то в присутствии человека о нем не говорят в третьем лице. А мы не в театре, чтобы в лицах разговаривать. Что, милая? Танечка, а можно мне в ту комнату пойти? На тебе пряничек пожуй. Ну, я никогда этого не делала. Антонина-то разная. Вот это мне и удивительно. Что ж ты такое, Татьяна, в жизни делала, что за что не возьмешься, все у тебя исключительно получается наискосок. То есть вас не смущает то, что вы не умеете делать то, что умеет Татьяна, а смущает совершенно наоборот? Чего? Баба Тоня, а можно мне в той комнате играть? Иди, поиграй, сынок, не слушай тут. Вот именно, что наоборот. За что не возьмись, все наоборот. Не ковыряй, возьми кусок. Раз тебя дома ничему не научили, смотри на меня во все глаза, пока я живая. Я научу. Нет, мне вот сейчас просто интересно. А чему же такому вы ее собираетесь учить? Пироги печь, вот эти вот банки с оленями, вареньями закручивателями. Вообще я стесняюсь спросить. Самогон гнать? Да сейчас все можно купить в магазине или в крайнем случае заказать из ресторана. Да. Это в каком таком ресторане вам подадут утицу, запеченную по моему собственноручному рецепту? Хотела бы я возмутиться.
ресторан. Точно, ресторан. Господи. Я забыла пригласить Мишу в ресторан. Миша – это мой школьный друг, очень хороший человек, отличный голову. Я же его на работу выхожу. Не, между прочим. Вот вы знаете, я прям вся в изумлении. Что такое? Такого человека, голодного, и в ресторан. А что плохого-то? А что хорошего? Домой ведите. Я ему такой стол организую, какого ни в каком ресторане не видывали. Ой, ну, для вас это, наверное, такое беспокойство. Знаешь что, сваха, я в твои книжки не лезу. И ты в мое беспокойство не суйся. Как начальство угощать, мне хорошо ведомо. Мы с моим Григорием Ивановичем от лейтенанта до генерала в ногу шли. Так уж всякие чины кормили. Ничего, не обидится ваш дядя. Чем-то пахнет вроде, нет? Твоим что? Ваня где? Саша, отставить истерику! Уводи свадьбу! Давай, пожалуйста! Ванечка, Ваня, ты где? Координаты! А что это? Где сидишь, Ваня? Под столом! Иди ко мне! Иди скорее! Нет, иди! Нет. Не бойся! Не бойся, Ванюшка! Иди к бабе ко мне! Иди! О! Уходите меня! Ой, куда что ли? Ой, ужас! Ужас, какой беда-то какая! Свах, ну ты прям как с дурной стороны проезда! Разве ж это беда? Ну, кабинет просто практически весь погорел, кабинет. Ну, погорел, ну и что? Первый раз, что ли, по пожарам бегать? Ты думаешь, я с моим Григорием Ивановичем по столицам, что ли, гуляла? В гарнизонах и не такое бывало. Баба Тоня, ты на меня не сердишься? А вот еще раз огонь разведешь, тогда точно осердишь. Неудобно, перед генералом неудобно, память все-таки, а? Ужас. Танька, вот он, ребенок живой, это тебе и генерал, это тебе и память. Мой Григорий Иванович тоже сам бы сказал. Так, значит так, там везде воняет дымом, значит, мы все сейчас быстро собираемся, едем к нам. Ну, здрасте, а Ваня мой как бы. А что Ваня? Тоже поедет. Всем места хватит. Ой, мам, ты чего? Что-то мне совсем плохо. Господи, мама. Сватья, я умоляю, если, конечно, есть буквально 40 капель. Права, сватья, нам всем не помешай. Ой, мама, я кухню всю испоганила, он кабинет сжег, надо отсюда, пока мы что-нибудь еще, мама, бежим, да, надо срочно. У меня как слеза. Вот это вот все чайки, вот они сегодня утром орали так, это вот не к добру, орали эти чайки. Я вообще-то имела в виду Лакардин. Ваня, ты баба. Вот мне не смешно, девочки, я что матери скажу, привезу сейчас ребенка и пьяного еще. А ты решил меня окончательно оставить? Или это опять случайность? М? Ник, скажи, ты же обещала мне ничего от меня не скрывать. А я не скрывала. Я его почти случайно встретила, когда от Клары шла. Почти случайно? А он что там делал? Он... А, подожди, я понял. Он, наверное, опять подружился с тетей Кларой. Он живет в соседнем подъезде. Понятно. Что тебе понятно? Я тебя прошу, только давай без самодеятельности. Никаких битых морд. Это вообще не поможет никак. Ну ладно, мы пойдем другим путем. Чего? Так бабуля говорит. Неправильно бабуля говорит. Мы пойдем другим путем. Найдем хорошего юриста и выясним, как нам дальше быть. Именно так мы и сделаем. Именно так мы и сделаем. А сейчас что мы сделаем? Ты не знаешь? Да? Сегодня я поняла, что такое настоящая боевая подруга. Повезло генералу с женой. Ничего не скажешь. И чего я ее боялась? Дамочка и сама без провожатых доберется. Вот тут тебе в помощи тряпка новая организовалась. Она же только с виду такая суровая. А на самом деле очень добрая и понимающая. И на нее можно положиться в любой ситуации.
Она, конечно, женщина своеобразная, но в силе духа ей не откажешь. Здравствуйте. А Геннадий здесь проживает? Сюда. Спасибо. Кого еще там принесло? Да иду я, иду! Ты, если хочешь разборки устраивать, разбирайся со мной, что ты к девушке лезешь, а? Ты же мужик, давай по-мужски разберемся. Слышь, пацан, вали-ка ты отсюда. Я барышне условия озвучил. Она захочет, купит, не захочет, не купит. Где кольцо? В зайце, блин, а заяц в утке. Вали отсюда, иначе я тебя из окна выкину. Я ж без кольца не уйду. Ну ты дятел. Алло, полиция, здравствуйте. В общем, такое дело. Я захожу в квартиру, а у меня там какой-то наркоман шарится. Не-не-нет, я его запер, сам вышел. Ну, понял, давайте, записывайте адрес. Акробат. Здрасте. А мы тут как раз тебя и встречаем. Поехали. Это, да. Тетя Фарк. Минуточку, простите, минуточку. А что происходит? Куда вы его везете? Гражданочка, да проходите, не мешайтесь. Да куда вы везете? Или вам за каждого наркомана делаете? Да никакой он наркоман, я его знаю прекрасно. Я сейчас к твоим сбегу и все им расскажу. Я вас, тетя Фара, я вас прошу, не говорите им ничего. Я сам. Антонина Тарасовна, вы кудесница, это... Можно мне еще кусочек вашей замечательной уточки? Да кушайте, Бесной. Кушайте. На чужой плите мне, конечно, несподручно было. Но ничего, придравилась. Вроде удалось утиться. Утиться. Вот, пупырчатым прикусывайте, очень способствует. Пупырчатым. Это ваш пупырчатый? Пупырчатый. Ваш шпиц? Прелестный шпиц. Ой, правда ваша, Ольга Аркадьевна, я про шпик-то забыла, он же на тарелке в холодильнике. Посидите, дорогая. Не волнуйтесь, я сама принесу. Да, поспособствуйте, голубенька. Пошла. Ты чего не ешь? Я в шоке. А может, наливочки моей вишневой? Наливочка. Наливочки все непременно. Ванечка, сынок, принеси графинчик. Ванечка, сиди, я принесу. Сало. Графинчик-то он где? Какой графинчик? Пупырчатый. Олечка. Как все замечательно получается. Ну, что твоя Танечка собирается выйти замуж. А, да. Просто я в жизни так вкусно не питался. Таня Тарасовна, ваше здоровье. Вы еще сало отведайте, я сама засаливала. Засаливала. Иван, знаете, чем дело? Вот я вам завидую от всей своей огромной бездонной души. Ну, смотрите, вот жена красавица, мама волшебница, теща. Умница. Вот. Я просто не понимаю, на одного человека так много счастья. Как вы вообще с этим справляетесь, а? Сам в шоке. Вам звонят.
Алло. Иван Григорьевич, у меня проблема. Хорошо. Все нормально. Извините, у меня важные дела. Приятного аппетита. А вот погодите, Михаил Львович. Грибы пойдут, я вам таких пирогов с грибами напеку. Вы как к пирогам относитесь? Положительно. Вот у меня к выходным в квартире ремонт закончится. Я сразу пироги заведу. Заведу. А то вообще, знаете, это не сало. Это не сало, это... Песни, песни. C'est magnifique. Давай. Здрасте. Иван Георгиевич, да. Спасибо большое. Спасибо вам, дядя Вань. Я первый раз в такой ситуации. И спасибо, что маме ничего не скажешь. Да не за что. Я бы на твоем месте вообще Нике ничего не говорил. Да ей было бы что говорить. Облажался как. Да ладно, облажался. Потому что когда возникает проблема, горечка морозить не надо. Надо сесть, обдумать, подумать, принять решение, план принять. Да. Сразу видно, что вы военный. Женя, ну слава богу, я же места себе не нахожу, понимаете, мне посоветоваться не с кем. Здрасте, я пойду. Да мне вот Иван Григорьевич помог, так что все нормально. Я хотела к вам зайти, потому что, ну, как-то по обстановке... Так пошлите, чай попьем. Нет, я... Ты знаешь, я... Я хотела попросить, ну, сказать. Приходите ко мне, пожалуйста. Обязательно с Никой, с Ванечкой. Видишь, вам не чужая. Конечно, нет. Тетя Клара, ну, конечно, будем приходить. Все. Обязательно. Огурцы, сало и пироги с грибами. Принеси бутылочки. Сало. Графинчик-то он где? Хорошо, что я тогда не вышла за него замуж. Антонина Тарасовна подходит ему идеально. C'est magnifique. А мне пора ехать домой. Дело сделано, свекрови будет не до невесты. Ты понимаешь, надо так вот как-то отпуска подгадать, чтобы расписаться и сразу уехать вдвоем. Давай, 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 добивай меня. Отпуск, свадьба, шик в лес, карамбуль. Скажи мне, подруженька моя дорогая, ты собираешься фамилию менять? Как-то я не думала. Это ж сколько документов надо поменять, кошмар. Ну да, 40 лет была Соколовская, а тут хоп, Бутузова. Конечно, Бутузова это капец. Да, что-то я не готова. Как-то Ваня, скажи, мне без... Ваня, он же такой, он так лежал. Люся, понимаешь, таких нет, как мой Ваня. Лежи, пожалуйста. Ой, Ваня, Ваня. Угу. Я вообще считаю, смена фамилии – это полный анахронизм. Ты помнишь, у нас одноклассница была? Светка Весенняя. А, Светка Весенняя. Ага. Не, не помню. Замуж вышла. Нормально? Она вышла замуж и стала Кукуева. Надо вот так вот выйти замуж? Ну, хорошо. Мужик ее не захотел быть Весенним. Захотел быть Кукуевым. Пес с ним. Она-то зачем согласилась? Я ничего не понимаю. Кукуева, ну, а та же. Да, с именами таких много историй, да. С другой стороны.
У нас мужик какой пошел? Господи, квелый, слабый, боится всего. Ну чего пугать этой фамилией, ладно? Ой, Люся, у меня все попадало. Сейчас иду я к тебе. Ну, хотя подруженьке моей повезло. У нас-то парень молодецкий. Это у кого? У кого? А, у меня, да, у меня Ваня. Ой, Люся, он такой, он... Да. Что вы говорите? Угу. Прям... Да с вами в шоке ходим. У нас ведь как? К нашему берегу каких мужиков прибивает? Либо пьющих, либо гулящих, либо Альфонс, или женатые. Ну, женатые в каком-то смысле самый безопасный вариант. Не знаю, кому как. Нет, да нюх ты у меня вообще не согласилась бы. Принципиально? Да. Да-да-да. Да, да, ну я тоже так считаю. Че я буду на чужих слезах спать? Так, ну все, смотрим. Опа! Ну, ровненько. Хорошо. Выпускница. Спасибо. Дочка, я просто убежден, вам непременно нужен муж. Я даже прям не знаю. Ну, человек не должен быть один. Когда человек один, он одинок, он грустен, не радуется жизни. Здрасте, белый сак. Я прям вся в изумлении. Очень уж вы... стремительный мужчина. Ну, а как? Понимаете, в нашем возрасте, в моем возрасте надо торопиться, иначе можно бесповоротно опоздать. Ну да, ну да. Откладывать вроде как уже некуда. Да. Знаете что? Вы непременно должны познакомиться с моей мамой. Да. Ну да, ну да. Я-то знаю, как матери таким гостям-то радуется, ну, как лошадь кнуту. Конечно, моя мама непростой человек, но ее нельзя исправить. Ну, а что, мы из-за этого должны всю жизнь шляться по этой набережной, что ли? Нет, хотя мне очень, очень нравится наша прогулка. Я прям вся в смещении. Даже не знаю, что ответить. Вы меня прям измором берете. Значит, завтра, непременно завтра, мама будет очень рада. Милая моя Варенька, нет ничего удивительного в том, что за эти годы наше с тобой общение в письмах не только не наскучивает, но становится все более необходимым. Конечно, Давид мне близок по духу, но некоторые вещи может понять только женское сердце. Мама, я женюсь. Прекрасно. Завтра? Почему завтра? Нет, не завтра, но как можно скорее. Понимаешь, мама, я встретил прекрасную женщину. Я не могу ее упустить. Ты знаешь, как чудесно она готовит. Просто если я не потороплюсь, ее может увести меня из-под носа кто-то другой. Так очень рада за тебя. А что ты от меня хочешь? Мы придем к тебе в гости. Когда? Завтра. Только я тебя умоляю, маман, ты, пожалуйста, не ляпни вот свое этакое. Моя Тонечка. Тонечка? Ой, я не могу. Как это мило, Тонечка. Тонечка. Простая русская женщина. Ну, мы с тобой, в общем, тоже не очень французы. Мама. Хорошо, хорошо. Я буду сама доброта. Собственно, я и есть. Да правда. Добрый вечер.
Здрасте. А вы к кому? Это ко мне. Мама. Вот, маман, это моя Тонечка. Видишь ли? Я ничего не вижу, у меня как-то все в глазах потемнело. Может, вам давление померить? Кто? Мишель, я в шоке. Маман, можете спуститься и просто познакомиться. Маргарита Георгиевна, у вас все гости часовыми стоят или только мне поспособствовала? А где стоят? Кто стоит? Мишаня, ты куда меня привел? Хотела бы я возмутиться. Мишаня? А что у меня под язык-то лезете? Я уже не в том возрасте, когда... Не стоит бравировать годами. Это вам не аргумент. Ну да, ну да. По вопросу годов вам-то виднее будет. Я вам советую не обнажать шпагу. Это вот мое поле. Ну и пошите его сами. Мишель, ты меня убиваешь? Сам в шоке. Мишель, ты сказал, что это русская простая женщина. Я думал, что это будет журавушка. А это что? Анка-пулеметчица. Маман, я же просил. Ну, отрави меня, отрави, если я тебе мешаю. Да я лучше сам отравлюсь. Милая Варенька, сообщаю тебе новость. Мишель решил жениться. А я со своей несдержанностью почти лишила его ценной невесты. Как жаль, что тебя нет рядом. Ты единственная, кто может обуздать мой несносный характер. Прости, дорогая, придется ненадолго прерваться. Я завела в сети новые знакомства, и оно доставляет мне уйму веселых минут. Я немножко покуражусь и вернусь к тебе. Все, я решилась. Завтра я начну притворять в жизнь мой новый план. Цель которого? Не поверишь, мой бывший. Помнится, ты говорила, что он очень так себе. Зато я знаю все его слабые точки. Я могу управлять им абсолютно на автопилоте. Потрясающее самомнение. Но я желаю тебе удачи. Что ж там такое произошло-то? Антонина Тарасовна, да Маргарита Георгиевна, я ее 100 лет знаю, милейшая женщина. Ой, Танюшка, вот разумная ты, а простая, как хозяйственное мыло. Она тебе вроде двоюродной бабушки, а мне? Что вам? Свекровь, вот что. Страшнее свекровь, только медведя в лесу не заметить. Ну да, ну да. Слушайте, Антонина Тарасовна, я даже подумать не могла, что вас может кто-то напугать. Ну, испугать меня, положим, затруднительно, а вот озлить легко. Нет, ну люди должны уважение понимать. А меня поставили как новобранца в караул. Прости, такое можно стерпеть? Пойду я Маргарите Георгиевне позвоню. Что-то, что ты? Даже не выступай. Ну, маме тогда позвоню. Стоять. И Ване моему тоже. Не сигнализируй. Пожалуйста. Обалдеть. Да, мама была права. Антонина Тарасовна влипла. Дядя Миша хороший начальник и вообще чудесный дядька, но защитник из него никакой. Особенно если нужно выступить против Маргариты Георгиевны. Как хорошо, что Иван всегда на моей стороне. Мне с ним так повезло. Это я, привет. Куколка моя, так, привет. Куда? Куда ты собралась? Слушай, Танюша, у меня сквозняк, у меня задержали на таможне. Товар? Препарат пришел, а они требуют какие-то бумаги, понимаешь? Слушай, у меня за это первый рабочий день. Я хотела как-то, может, тебе помочь?
А у тебя что, есть знакомые на таможне? Нет, на таможне нет. Я что-то никого не лечила, детей. Ну, а ты у меня. На таможне никого нет. Поэтому приходим завтра, и новый препарат. И я из тебя принцессу сделаю. Не, я хочу королеву. Как скажешь, королева. Вперед. Дядь Вань, думаете, так лучше? Уверен. Кто бы нам помог, а? Люди нужны. Но у нас во дворе байкеры тусят. Можно к ним обратиться, ребят хорошие. А вот это мысль. Да, только нам нужен человек, вот, чтобы прямо выстрел в голову. Эх, я бы пошел бы. Нельзя, нельзя. Он меня в квартире видел, сразу стрессует. Это да. Есть один гениальный человек. Поехали? Поехали. На Людмилу Медведеву. Квитанция оформлена у меня на Людмилу Медведеву. Ну, понятно же, что это опечатка. Я вам объясняю, по закону вы должны написать заявление, которое будет рассмотрено в установленном порядке. Все понятно, понятно. Позовите мне, пожалуйста, начальника. Владимир Трофимович, можно на минуточку? Иду. Это наш заместитель начальника таможни. Прекрасно. Разберитесь с девушкой, пожалуйста. Я вас слушаю внимательно. Вован? Люсьен, Вот такая история. Если он поверит, что вы адвокат, то все подпишет. Ну, а если не поверит, то мы его закопаем. Круто все получилось. Он еще так быстро согласился. Не пришлось его убеждать. Да, я думаю, сама ситуация его убедила. Ну что, нужно оправдывать звание студента? Может, поучиться немного? Да-да-да. А? Кому-то поруководить. До свидания. Спасибо. Да. Иван Григорьевич. Ого. А ты что здесь делаешь? Тебя искала. А ты правда думал, что я с пацанами во дворе терся, только потому, что мне коня поставить негде было? Ну? Происходит. Не вертись. Как ты живешь? Прекрасно. А ты? Как-то вот домой вернулась. А что так? Не сложилось? Не захотела и не сложилось. Ну да. Правильно. Самое главное понять, что ты хочешь, и действовать по обстоятельствам. Знаешь, мне всегда так нравилось, как ты вещаешь эти прописные истины. Моя гарантия незыблемости мира. Анжела, что ты хочешь? Тебя хочу. Наш дом хочу. Нашу жизнь хочу. Я хочу тебя вернуть. Я очень хочу начать все сначала. Понимаешь? Ну да. Понимаешь, что у меня есть любимая женщина, и мы собираемся пожениться. Я пойду, ладно? Очень занят. Ты как не вовремя-то? Ну, мне придется Таньке все рассказать, понимаешь? Или думаешь, не стоит, как ты думаешь? Нет, ну друзьям, конечно, нужно говорить правду. Но не всю, и не сразу. Такие огурчики. Ну, такие огурчики. С ума сойти. Мишель, мы с тобой идиоты. Мы упустили такую женщину. А я что говорил? Я же говорил. Ну, ничего страшного. Иди к ней и помирись. Мама, ну, пошли к чертовой матери. Ну, причем буквально. Ну, пошлю ты хорошо, не сахарный. Переживешь. Она пошлет. А ты прям падай ей в ноги и кайся, кайся, кайся. Нам, женщинам, это очень нравится. Мама. Ой, ну иди же ты, Вертер. Мама, может быть, я и Вертер, а вверх я не понимаю, что я престарел. И знаете, у меня тоже есть совесть. Что? Гордость. Что у нас есть? Что? Гордость. У меня даже редиска вкусная. Я не могу явиться к такой женщине, побитой собакой. Нет.
Я вернусь к ней победителем. О, вот это интересно. И кого ж ты победил? Неужели дракона? Может быть, маманы. Дракона. Что такое? Убить? Ну, я оставайся без вкусных обедов. Ходи, голодный. Как себя чувствуешь? Все хорошо. А что за дело? Ничего. А у меня для тебя сюрприз. Какой? Ну, если я тебе расскажу, это же не будет сюрприз, правильно? Ну, не рассказывай. То есть тебе все удалось? Ну, все не все, главное начать. Понятно. А ты будешь сидеть на берегу в ожидании. Да сейчас. Нет уж, я приступаю к следующему пункту своего безупречного плана. Так ли он безупречен? Можешь не сомневаться. Люсь, ну ты скажешь тоже. Ну какие женщины, Люсь? Я, наверное, могу отличить, где женщина, а где та, которая ручонки запускает. Вся такая... Тетя Фера бы сказала, фря. Вот, Люсь, ну какая фря, ну? Нет, стоит у всех на виду, около института, понимаешь? Тем более, ну мало ли с кем он там возле института у всех на виду мог обниматься из коллег. Ты давай быстрее, неприлично опаздывать на первый рабочий день. А что, мы сидим, проходим. И чтобы не щипало, ты мне сегодня какую-то щепучку мне сегодня кладешь? Да иду я, иду. О! Тебе что, в прошлый раз мало было? По-нормальному не понимаешь, да? Ты послушай, я пришел все наши вопросы решить цивилизованным способом. Ага, позвольте. Ага, вы есть гражданин Дудкин ГБ. Ага. Итак, моя фамилия, как ни странно, Иванов. Я член Международной ассоциации адвокатов. Да мне плевать. Вам плевать, а мне совершенно некогда. Итак, ко мне обратилась гражданка Кузнецова ВМ с просьбой представлять ее интересы по делу против... гражданина Дудкина ГБ о взыскании задолженности за элементы. А элементы? Да, совершенно правильно, молодой человек. А элементы на несовершеннолетнего Кузнецова ИГ. Так. Она мне говорила, что мои деньги ей не нужны. Так, слушай, во-первых, не перебивайте меня. Во-вторых, ни слова, ни заявления гражданки Кузнецовой не освобождают вас от ответственности по статье 80 Семейного кодекса. Итак, что мы имеем? Чего? Ну, что мы имеем? Меня опять перебиваете. Это идиома такая почти. Итак, что мы имеем? На сегодняшний день долг гражданина Дудкина ГБ по алиментам составляет 1,5 миллиона рублей. Сколько? 1,5 миллиона, пожалуйста. Копия выписки из бухгалтерии предприятия «Симах» города Надым, откуда вы прибыли, будет вручена вам вместе с иском. Да вы с ума сошли, не буду я вам ничего платить. Да вы что? А мы предусматривали такой ваш ответ. В таком случае злостное уклонение от элементов... Алиментов. Конечно, конечно, молодой человек, алиментов. Это статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Значит, исправительные работы сроком до 1 года или лишение свободы на срок до 1 года. Молодой человек, а вы знаете, как у нас исправительные учреждения, антисанитарии, твердый шанкер, чешуйчатый лишай, инсекты. Да. Здравия желаю. Гражданин Дудкин, кто? Он. Он. Вам повестка. Какая еще повестка? Распишитесь. А, позвольте, я взгляну. Так, ну-ка, дайте посмотреть. Слушайте, молодой человек, вас вызывают к следователю. Ну, вы хулиган какой-то, я просто сражен. Вы мечта любого адвоката. Итак, читаем. Уведомление о возбуждении уголовного дела по факту грабежа в отношении гражданки Кузнецовой. О, в соответствии со статьей 161. Так, скажите, пожалуйста, а что входит в похищенное? Кольцо. Так. Очень дорогое кольцо. От прабабушки досталось. Позапрошлый век.
Самое главное, Фаберже. Фаберже, да что вы говорите? Господи, ну, это вы знаете, до 7 лет, плюс алименты, плюс по совокупности, плюс, как вам известно, большее поглощает меньшее. Так что, молодой человек Дудкин, пожалуйста, вот ваши вещи, собирайтесь по этапу. А я, простите, пойду, у меня очень много клиентов. Да идите вы к черту! Спокойно. Там тоже наши. Ты хотел полляма, а получишь целых полтора, да еще 7 лет жизни в придачу. Геннадий, ты счастливчик? Очередь у нотариуса подходит. 5 минут на сбор, бегом. Давай, давай, попрыгунчик. Пожалуйста, почему вы так смотрите на меня? Я чем-то могу вам помочь? Тут. Честно? Поражаюсь. Вы же порядочная женщина, да? Нет. Врачом работаете? Да. Я просто не понимаю, как можно так подлечить. Простите, я не понимаю, о чем вы говорите. Пока я... В Северодвинске мою мать выхаживаю после инсульта. Вы, оказывается, в мою семью влезли уже. Господи, боже мой, в какую семью? В какую семью? Иван мой муж. А вы не знали? Я... Нет, я... Он говорил, что... Ну, что вы совершенно не сошлись характерами. Просто совершенно и разошлись. Да, наверное, так и говорят, когда бабу понадобилось. Бабу понадобилось. Я не знаю. Как же Антонин Тарасовна говорил, что... Ну да, ну да. Замечательная женщина. Спит и видит, как бы нас развести. Но не могу я иметь детей. Заморозила я себе все. Это Северь. Не подходи. Не подхожу я, наверное, да? Вы знаете, вы не переживайте, я больше не могу. И правда, я... Ох, неудобно получилось. Я... Вы не плачьте, можно еще родить. Столько... Уходите. Да, извините. Пришли, у нас такие новости. Я так хотела увидеть, как вы будете это слушать. Вы готовы? Женя вернулся в институт. Вы представляете? Иван Григорьевич вот дошел, он снова пошел. Татьяна Николаевна, вы так радуетесь? Или что-то случилось? Сюрприз. Никусь, ты... Ты береги Женю, ладно? Он балбес иногда. Но он тебя никогда не предаст, это я точно знаю. Татьяна Николаевна, не говорите так, пожалуйста. Так страшно, когда предает человек, которого ты любишь.
Привет, Ник. Ник, у нас такие новости, ты не поверишь. Тащи шампанское, звони маме. Мама здесь. Мамур, ты не представляешь, мы сегодня с Иваном Григорьевичем такое сделали. Танюша, Танюша, это очень хорошо, что ты здесь. Танюш, ты эти звони, ты не отвечаешь. В общем, сюрприз, который я тебе готовил. Один сюрприз я уже видела сегодня. Ну, а что это такое? Не могу понять. Мы сегодня с Иваном Григорьевичем такое сделали. Вот, давайте присядем и все хорошенько отметим. Да, мы отметим. Мы все отметим только потом. А тебя я попрошу идти. В моем доме много бывало людей, но... предателям и врунам тут не место. Чего? Я не понимаю. Мам, что ты такое говоришь? Главное лицо держать, да? Ой, как у тебя хорошо это получается. Так, объясни. Оставь меня, пожалуйста. Я не понимаю, объясни. Ну, я, иди же, ну иди. Таня, Таня. Ну иди. Таня. Иван Григорьевич. Мам! Мам, зачем ты с ним так, а? Мам! Что происходит? Что? Я не могу понять. Что ты лезешь, а? А ты что? Не видишь, что? Что у нас с ним так, а? Он вообще-то нам разрешение на усыновление достал. И колечко твое. Держи. Остановите мгновение, я прицелюсь. Алло, Ольга Аркадьевна, приезжайте, пожалуйста. У нас здесь такое творится. А мы с тобой снова встретились. Привет. Привет. Тебе что-то нужно? Нет, я тут по делам. Иду, вижу, ты рада тебе. Может, посидим где-нибудь? Нет, жалко. Я не могу. Давай как-нибудь в следующий раз. Что-то случилось у тебя? Может, я могу помочь? Чем? Выслушаю. Знаешь, когда меня... В общем, был такой болезненный момент в моей жизни, когда я со всей душой, а меня даже слушать не хотели, и ничего не объясняли, просто стоишь как дура, думаешь, что я сделала? Может, обсудим претензии? Нельзя же так, как пошла вон и забыла. И знать тебя не знаю. Так вот я к чему, если бы тогда меня один человек не выслушал, вот не дал бы выговориться. Я бы, может быть, сошла с ума от недопонимания. Поэтому предложила. Я не знаю, что у тебя такие проблемы. Не суть, Вань. Я, знаешь, что поняла? Пережить можно вообще все, если хотя бы один человек, хотя бы один рядом поддержит, выслушает. Так что ты смотри там, если что, звони и береги себя, ладно? Кого-то у меня такой невразумительный. От него жена уходит, а он и не догадывается. Мать, ну хватит выяснять, а? Ну нет ее, все, нет. Угу. Моя Танюшка женщина основательная. Не погремушка какая, такие без причины не уходят. Ну, значит, была у нее причина. Так обнаруживай. Ага, сейчас, набегался уже. Уже свое самолюбие можно было потешить. Хватит меня дурака-то делать. А что ты кричишь-то? Хватит так хватит, завтра поговорим. Слушай, я тут Анжелку встретил. Погремушка-то? Видал я ее. Недолго в столицах плясала. Зря-то не так. Она какая-то другая стала. О, пошло-поехало. Ты еще женись на ней заново. Сыграй в дурачка. Ну а что, я женюсь? Какая разница? Что так дурак, что так дурак? И черепной мозг-то свой включи. Разобраться же надо. Ничего я больше не хочу. Все, не хочу ничего. Пересолила из-за тебя.
Маман! Маман, вы где? Да. Кто это купил? Кто? Кто купил? Ты купил? Да. А ничего нормального у нас нет? Я же сегодня как-никак Эверест покорил. Где награда? А я не понимаю, что ты от меня хочешь. Я тебе говорю, иди, помирись с Тонечкой. А ты знаешь, пойду. Пойду помирюсь. Не зря же я подвиги совершал. Во имя прекрасной дамы. Как говорится, la belle dame sans merci. Да-да-да-да, так я и подумала. Мама, это она. Она чувствует. Тоня, Тонечка, что? Беда? Какая беда? Тонечка, не волнуйся. Я сейчас я приеду. Ага. Вот так, мама. Иди, 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 иди. Наконец-то у нас в доме появится человеческая еда. Я прям вся в страдании. Как-то есть не чужой человек, может, разумом поспособствуешь. Тут же со всех флангов беда. Конечно, конечно. Мы непременно поедем домой, сядем за круглый стол и вместе с маман решим, что нам делать с этой Анжелой. Ага, круглый стол. Или я забыла, как твоя маменька на меня всех собак спустила. Тонечка, ну это всецело моя вина, но я же исправился. Я все дни только о тебе и говорил. Знаешь, кому в восторге она от твоих пирогов. Ох, как я-то по ним скучаю. Знаешь, прям как Бунин по родине. Ну да, ну да. Меня уж догадало, что вы по пирогам моим печалитесь, Тонечка, а не по мне. Вы и пироги – это совершенно неразделимые вещи, как черемуха и соловьи. Ну чего уж. Ладно, пирогов я напеку. Надо еще сало взять, пупырчатых, наливочки. А может, окорок запечь? Окорок запечь? Тонечка, чудо вы мое чудо. Я же говорила, что он никуда не денется. Главное, правильной лапши на уши навесить. Это да. А как же любовь? А я и буду его любить. А по 10-м числам так вообще взахлёб. Еще бы свекровь приучить. О, я к ней через пупырчатых подлезу. Как подлезешь? Через пупырчатых. Она так огурцы называет, прикинь. Попрошу, чтобы солить их научила. Пусть помрет от восторга. Желаю удачи. Самое лучшее утро в этом году. Да, чтобы каждый день было самое лучшее утро. Вот это и будет первым пунктом моего нового плана. Белый хлеб с вареньем. А! Доброе утро. Доброе утро. О, деточка, когда у невесты глаза вдовы, это вызывает страхи. Как здоровье? А не надо о том, чего нет. Надо за важное. Куда девался твой муж, а? Только не говори мне, что тоже теперь тебе как бось в сапоге. Танюш, привет. Тетя Вера, здрасте. Ты меня не жди, меня мама на работу отвезет. Здрасте вам, тапки. Все, пока. Поехали, Володь. Пока, девочки. Малинка, давай, 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 давай.
Мне кто-нибудь обрадуется? Мама, а что случилось? Это ты мне скажи. А, я на работу. Ой, Оля. Оля, пойдем ко мне. Я тебе сейчас такое расскажу, какое мы здесь увидели. Да такого в нашем дворе еще не было. Господи, что такое? Да? Ну, я тебе сейчас кофе налью, и потом тебе все расскажу. Все так вкусно. Жалко, что Иван с нашей Танечкой поссорились. Вы бы хоть ее готовить научили. Моя Танюшка хозяйка основательная, аккуратница. Но с их Ольгиной диетическую еду можно есть только по приговору суда. Я думаю, все будет хорошо, они помирятся. Да, а тут теперь гадай. Я своего Ваню как строевой устав знаю. Не хочет говорить, его хоть стреляй. А тут еще Анжелка эта, ну, жена его бывшая, черти в небили. Насела, как угроза империалиста. Того и гляди, по новой забракуются. Это надо подумать. Выход там же, где и вход. Мишель, вспомни знаменитого персонажа, который победно в дверях застрял. Ну, один пирожок, и все. Мишаня, а ты пупырчатым прикусывай, оно так аппетитнее. Конечно. Что вы сказали? Мама, ну, в конце концов, ну, мало ли как мы иногда ласково называем близким нам людей. Да, называйте как угодно, хоть луковка мне. А чем прикусить? Огурцом, мама. Огурцом. Вот это очень вкусный огурец. Истинно пупырчатый. Полная жесть. Маргарита Георгиевна, вам плохо? Может, врача? Ну, может, и врача. Но пупырчатый. Свекрова сказала пупырчатый. Я объявляю битву. И я ее выиграю. Правда, вы мне тут не помощники, а вот Ольга мне пригодится. Она мне очень пригодится. Кушайте. Мишань, что-то она не то говорит. Я ж маменьки твоей не свекровь. Тонечка, не бери в голову. Просто маман придумала очередную авантюру. Скажи, пожалуйста, а там шанишки еще остались? Странно. Он не показался мне прохиндеем. Мне тоже. Но все было слишком хорошо, мам, чтобы оказаться правдой. Так не бывает. Ну ничего, разберемся. Маргарита Георгиевна звонила, приглашает нас завтра на обед. Я не пойду. Антонина Тарасовна придет. И Иван, я думаю, тоже. Ну, тогда тем более, мне там делать нечего. А по-моему, это просто прекрасная возможность как-то объясниться со всеми и... Мама, там нечего объясняться. Я понимаю, что нужно просто подождать и потерпеть. Пройдет время, и уже не будет так больно. Я стараюсь, правда. И ребята мои стараются. И все равно ничего не выходит. Так. Люська, золотая ручка, вот ты кто. После твоих манипуляций я помолодела лет на 10. На 20. Танюш, как я тебе? Прекрасно. Стоять. Это ко мне, я сама. Ты собираться будешь? Нет. Я заберу Ванечку из сада, и мы пойдем в парк. Ой. Добрый день. Я хотела вас познакомить. Это Владимир Тимофеевич, мой друг. Ну, можно просто Володя. Здравствуйте, Володя. Здравствуйте. Ну что, поехали? Сейчас, Володя. Я понимаю, что это совершенно не вовремя, мне нужно уехать. Далеко? Надолго? Да нет, в горы на пару дней. Завидую.
Тань, ну... Я вообще ничего. Вот эти очень знакомые у вас лицо. Вы ребеночка у меня не лечили? Вы не женаты? Да нет пока. Я тебе говорила, что они без байкерского наряда твоего не узнают тебя. Ну? Минуточку. А вы случайно не вот этот вот, а... Да. Ой, Люська дает. Мы поехали. До свидания. Жду внизу. До свидания. Совет да любовь. Пожилые люди ходят шаркая и согнувшись. В их возрасте это нельзя осуждать. Сегодня я поняла, что такое старость. Это когда никто не помнит, как весело ты смеялась. Никто. Сегодня мне предстоит важное дело. Нужно восстановить справедливость. Если бы ты была со мной, мне было бы гораздо легче. Варенька, дорогая, вот уже 5 лет я пишу эти письма и жду хоть какого-нибудь знака. Каждую весну я сажаю у тебя цветы и загадываю. Если они расцветут, значит, у тебя все хорошо. Они расцветают. А недавно на мое окно прилетела странная птица. И очень красивая. Может, это была ты? Мама, ну сколько можно ждать? Ну давайте же пообедаем. Я сейчас слюной зайду. Имей терпение. Надо сначала дождаться Тонечку. Да, странно, что ее нет. Она никогда не опаздывает. Она и не опаздывает. Она выполняет очень важную военную задачу. Но она мне так сказала. Гусь перестоит. Тонечка, приготовление гуся рассчитала с точностью артиллерийского снайпера. А такие бывают? Гусь перестоит. Вообще-то я не знаю, но у нас есть. Ой. Вот, Маргарита Георгиевна, как обещала. Хорошо. Я Анжела. Очень приятно, очень Анжела. Приятно. Присаживайтесь, Анжела. Не жду? Да уж, прям куда еще приятственнее. Родня, можно сказать, самое что ни на есть. Мать, я что-то не понял. А что? Мама пригласила меня с родственниками познакомиться. Может, теперь... Так что, тоже тебе. Боже, какая красавица. Ну да, ну да. Ну... О, Гусь! Анжела. Очень приятно. Это мой сын, Мишель. Оля! Я помню-то. Красавица. Ой, Тонечка, гусь вам удался. Кушайте на здоровье. Да, Нина Тарасовна, я не могу понять, каждый раз ведь вкуснотища у вас выходит. Слово знаю, волшебное. Да. Оля, да? А вы помните Стасика Борейского? Еще бы. Я за ним даже замужем побывала. Правда, недолго. Потому как такой жмот. Слушайте, а он до сих пор на вас женат. Да ладно. Он пожалел оплатить госпошлину, и ему штамп развода не поставили в его паспорт. Ну, я же сказала, ну, вот. Жмот. 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 Так теперь получается, что ты с ним в разводе, а он на тебя женат. Гениально. Слушайте, спасибо, что вы мне это сказали. А то вот так вот соберется человек сходить замуж.
А тут является он и предъявляет документ моему жениху. И все. Конец лебединой песни. Ну, доказывай да. потом, с кем я развелась, когда развелась, развелась ли я вообще. Правда? Анжелочка, вы что, отчитываю, поперхнулись. Может, прикусите пупырчатым? Говорят, у вашей свекрови были отменные пупырчатые. Вы, может, что-то добавите вот к этой истории? Я не понимаю. Вообще о чем? Не понимает. Так ты что, Таня сказала, что мы женаты? Даже паспорт свой показала. Зачем? Зачем? Я? Кого ты слушаешь? Что ты несешь? Что она вообще обо мне может дать? Вы кто такая? Я кто? Ты меня не узнаешь? Я королева куража. Деточка, вам что, скриншоты переписки предъявить или королевскому слову поверить? Вы радуетесь? Вас сейчас от гордости распирает. Подбили. Летчика раненого. Радует, радует. Медаль вам за это не дадут. Я запомню. Иди, иди, психичка. Иди, иди. Да. О, какая хватка. Я в другую сторону. И что теперь делать? Как я Тане-то все расскажу? Ой. А что тут думать? Говори, как есть. Танечка, ты прелесть. Ой, Антонина Тарасовна, а вот с этим все, боюсь, сложно. Таня сейчас никого не будет слушать, это я точно знаю. А вот это не факт. Алло? Танечка, прости, что в выходной, но очень сложный случай. Я хотел бы с тобой посоветоваться. Ой, что случилось, дядя Миш? Пациент в тяжелом состоянии, ситуация критическая. А, уже еду. Привет, дядя Миш. Привет. Ну чего, где этот твой пациент? А вот история болезни. Посмотри. Ой, болезни. Сейчас. Очень запущенный случай. Сказал? История болезни. Вашей болезни, Татьяна Николаевна. Так, кстати, анамнез, эпикриз со всеми характерными симптомами. Неумение слушать, неумение слышать, неумение доверять. Ну, как врач, вот что делать с этим пациентом? У меня одно предложение, классическое. Резать к чертовой матери. Я думаю, вам есть о чем поговорить. У меня там дела срочные. Привет. Да, привет. Прости. Да, я понимаю. Давай поженимся. Че, против, что ли? А, вот это тебе. Здоровый, правда? Но... Ой, какие здоровые. Ой, очень красивые. Замечательные розы. Угу.
Ну что, помирились? Хорошо. Слушайте, поехали домой. Там гусь, там пироги, там шанишки. Шанишки. Слово какое смешное. Шанишки. Ba-ba-da-boo-ba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 -